Да. Навіть? Ну, віжу много, бігають, спортом займаються, молодіж. Мені важко відповісти на це питання, тому що я не є спортивна людина. Але знаю, що відбуваються певні заходи у нас у Миколаєві також, і дитячі, і не дитячі. Звісно. А раніше в нас були навіть призери, чемпіони по прыжкам на батуті, як я пам'ятаю. Так, да, вважаю. Чому? Ну, чому? Спортзали там бігають по утрам, там, не знаю, що ще такого. Спортивний город. Да. Ну, во-первых, у нас много спортивных школ, потом, ну, как сказать, плавбассейн есть. Вот у нас в Октябрьске очень много людей, вижу, что по утрам бегают, занимаются собой. Не, не считаю. Нету развивающих, как бы, школ, чтобы можно было это продемонстрировать полностью. Нет. Потому что, даже хотя бы потому, что у нас нет специальных дорожек для езды на велосипеде. Это очень плохо. Я думаю, что не помешало бы такі дороги построїти. Так, я бажаю. Ну, тому що в Миколаєві дуже багато тренажерних залів, танцювальних. При бажанні можете займатися. Да, дуже бажаю. Тому що тут багато спортсменів. Миколаїв, да, спортивним містом, я вважаю. Тут не тільки такий спорт, а й кінний спорт. Бігаю. Лет 10. Любитель. Періодично займаюсь чи плаванням, чи йогою. Протягом останніх 5 років непрофесійно. Да, да. Ну, бігаю по утрам. Ну, місяць почав бігати. Да. Футбол, там боксом займався. Ну, футболом я лет 5 уже занимаюсь, а боксом только начал. Не, не было возможности. А может нравится какой-то вид спорта? Футбол. Да, я хожу в фитнес-клуб. Как долго? Года 2. Так, я занимаюсь. Займалась бальними танцями, зараз працюю за границей. И сейчас в тренажерном зале занимаюсь, дермоспорт. Боксом занимаюсь. Около 6 лет. На фитнес бегаю. Чи достатньо у нас приділяється уваги розвитку спорту? Ні. Ну, я думаю, недостатньо. Ну, мало каких-то спортивних полей і всього такого, дорожок для пробіжки. Я думаю, дуже мало. Знову ж таки, я думаю, що на це питання краще відповісти тим, хто займається розвитком спорту. Але я знаю, що існують певні люди, такі як Денис Барашковський, який дуже багато робить в цьому напрямку щодо розвитку спорту серед дітей. Як і по всій Україні, недостатньо. Зараз, мабуть, кошти не вистачає. Хотілося б бачити, звісно, більше молоді в этих новостях именно достижения спортсменов, чем всяких там ЧП, там наркоманы, пьянство и прочее, прочее. Ну, розвитку, я бы сказал, что мало внимания уделяют. Допустим, каток ледовой разобрали, там поставили у нас на Васляева, но то не, ну, не каток, скажем так. И как бы там то, что ну, не захотели спонсировать, город не захотел спонсировать каток, потому разобрали. Спорту мало уделяется внимания, скажем так. Если так посудить, то, наверное, нет, так как у нас не спонсируется это все. Люди за свой счет, скажем так, это все делают. Ну, я думаю, что для этого нужно выделять больше средств. Ну, не совсем, но как бы частные спортивные залы, это, конечно, там хорошее оборудование, хорошие тренера, но, соответственно, и цена большая. А, конечно, государственные секции не так, как хотелось бы. Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановна студія. Як завжди, по четвергах ми збираємося о 19.30 на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Контраргумент», щоб поговорити про найактуальніші моменти нашого життя, про проблеми, про тенденції тощо. І, як ви зрозуміли з нашого опитування на початку програми, мова сьогодні піде про спорт. Втім, не просто про спорт, про те, скільки у нас збудовано спортивних майданчиків, чи
не знаю, там відкрито спортивних залів, а про спорт в усіх його аспектах, в тому числі і в аспекті фінансовому. Я дуже вдячний нашим гостям, які сьогодні беруть участь у нашій програмі, і з задоволенням представляю їх вам. Олександр Віталійович Садовський, начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Олександр Садовський, начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської обласної державної адміністрації. 20 років працював тренером-методистом. 6 років був директором Центру олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту. Олег Валерійович Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Будь ласка, візитівку. Олег Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Заслужений майстер спорту України. У 2003 році отримав звання «Громадянин року» у номінації «Фізкультура і спорт». І наш частий гість Сергій Анатолійович Кантор, депутат Миколаївської міської ради. Будь ласка, візитівку. Сергій Кантор, голова правління ПАТ «Завод «Екватор», головний спонсор МФК «Миколаїв», депутат Миколаївської міської ради 4 скликань, людина з громадянською позицією. Ми ще намагалися запросити на нашу програму нещодавно призначеного радника Миколаївського міського голови, чергового представника УПАБЛОКу у керівництві Миколаєвом, пана Жвавого. Втім, він послався на надзвичайну зайнятість і відмовився взяти участь у нашій програмі. Втім, я дуже вдячний, Олегу Валерійовичу, вам за те, що ви сьогодні представляєте міську владу. І одразу хочу сказати, що ви, втім, як і багато наших експертів і наші гості практично усі, є певним чином легендами Миколаєва, миколаївського спорту, є дуже знаковими особами. І тому особливо до вас хотілося б звернутися. Вам доведеться сьогодні багато за що відповідати, навіть за те, за що, що до вас немає ніякого стосунку. Втім, ви мужні люди, ви спортсмени, ви звикли тримати удар, ви прийшли сьогодні представляти владу, тож, будь ласка, будьте готові. А я зараз хочу запропонувати сюжет мого колеги Дениса Костенка про те, як відбуваються справи зі спортом у Миколаєві з його журналістської точки зору. Будь ласка. Спортсмени області успішно займають місця на змаганнях різного рівня. Однак реалії економіки та інертність держслужбовців позначились на розвитку спорту. Центральний міський стадіон знаходиться у занедбаному стані. Футбольне поле, якому виповнилось 50 років, жодного разу не відновлювалось. Освітлення, інформаційне табло та й сама інфраструктура спортивного комплексу не відповідають сучасним вимогам. Є проблеми дуже великі з тренувальними полями. Це для основной команды МФК «Николаев», для детской школы с дюшор «Николаев» тренировки проводить практически негде. И обязательно их надо провести в световое время дня, потому что если на главном поле освещение уже работает, то на тренировочном искусственном освещения нет. Поэтому для детей всего лишь 2 часа в день. Нет на стадионе ни фитнес-зала, ни просто пешеходных дорожек, ни велосипедных дорожек. Очень много приходит людей, особенно в летний период, хотят чем-то себя занять, но по большому счету нечем. Протягом 4 років в нашому місті намагається вижити в прямому сенсі слова команда з американського футболу «Миколаївські вікінги». Это уникальное явление для нашего города и для Украины в целом, так как вид достаточно экстремальный, новый, но есть люди, которые занимаются этим, которые любят этот вид спорта. К сожалению, в нашем городе достаточно сложно заниматься этим видом спорта, так как власти ничем не помогают. І наоборот, ніколи навіть ставлять палки в колеса. Для проведення турнірів та змагань неможливо знайти відповідного поля. З нас вже по Україні навіть сміються, кажуть, якщо їдуть грати в Миколаїв, то грають на огороді, з якого тільки убрали урожай.
Плюс вся экипировка, то есть все тренировки, все за наш счет полностью. В других городах, например, Киев, все намного ярче, то есть спонсоры, есть люди, которые выделяют на это деньги, командам немножко проще. В нашем случае абсолютно все расходы за наш счет, и пока мы будем работать в таком направлении, ничего у нас не выйдет. Найкраща ситуація і у прихильників бодібілдингу та фітнесу. Їх федерація існує майже 15 років. Весь цей час діяльність відбувається знов-таки виключно на ентузіазмі спортсменів та завдяки спонсорській підтримці. У нас сьогодні команда представляє порядка 25-30 спортсменів, які регулярно приймають участь во всеукраїнських соревнованнях. Часть спортсменів цих навіть виїжджає на соревнования міжнародного рівня. И, наверное, пожалуй, самые основные проблемы, которые сегодня существуют у нас в федерации, это, как, наверное, вообще во всем спорте в Украине, как бы это финансирование. Финансирования не хватает на подготовку спортсменов и на, собственно говоря, выезды на международные соревнования. Мы находим средства, находим силы, готовим спортсменов. Спортсмены выезжают в этом году, точнее, в прошлом году. У нас был финалист чемпионата мира в категории. И надеемся в этом году, как бы, что сборная Николаева покажет достойно себя на турнирах всеукраинских и, возможно, в том числе на международной арене. Протягом останніх 10 років Національна федерація пауерліфтингу не була представлена в нашому регіоні. Це створило сприятливі умови для того, щоб нішу зайняли так звані альтернативні федерації. Это бизнес-структуры, которые создали точную копию Национальной Федерации, создали свою нормативно-правовую сетку нормативов, незаконную, естественно, и принимали на своих рядах обычных людей, которые хотели заниматься этим спортом, развивать его и так далее. На фоне этого возникло множественное число таких альтернативных федераций. Их в Николаевском регионе в свое время насчитывалось более десятка. Це, в свою чергу, дискредитувало пауерліфтинг як вид спорту, представлений на всесвітніх змаганнях. На фоні всього цього в Ніколаївській області реали очки, так називаємо дотаційні. На основі цих очків регіон отримує дотації з Міністерства спорту на розвиття, в даному випадку, моєго виду спорту пауерліфтинг. Це поїздки, це створення дюсерса, це робочі місця, тренерський состав, це іменні стипендії спортсменів. Так як на протязі 10 років обласне управління спорту не знало взагалі, що існує такий вид пауерліфтинг, він у них числився виключно в графі, то предоставить нам хоча б поміщення для проведення соревновань оказалось проблемою. На Миколаївщині чимала кількість населення, яка має бажання займатися фізичною культурою та спортом. Николаїв дуже на хорошому рівні працює і дуже багато хороших спортсменів. Популяризації проблем немає. Проблема зараз іменно в площадках, в організаціях і фінансуванні. Спортсменів в місті дуже багато, розвивається спорт дуже активно, тому з цим якраз в Миколаїві проблем немає. Проблема в іншому. Прикро, але держава та її представники на місцях не спроможні домогтися глобальних системних змін. Чи не мають бажання? Але, на щастя, є альтернатива. Небайдужі любителі спорту готові вкладати фінанси і зусилля у його розвиток. Я недаремно спочатку показав сюжет, а потім зараз вже пропоную по традиційній хвилині на початку програми нашим гостям, саме для того, щоб, можливо, їх ці ось тези, з яких ми почнемо нашу дискусію, були більш змістовними та прив'язаними до того, про що хотілося б сьогодні поговорити. І перш ніж надати вам слово, я хотів би задати питання, яке, мені здається, з одного боку очевидним, з іншого все ж таки незрозумілим. Протягом багатьох років Миколаїв вважався містом футболу, містом, де люблять футбол, містом, де футбол – це просто найголовніша гра для усіх миколаївців. Втім, скільки б не порушувалося питання про те, що якщо ви так потерпаєте, що вам потрібні гроші, то чому квитки не продаєте на матчі? Ми чуємо, та, якщо ми будемо продавати квитки, ніхто взагалі ходити не буде. З іншого боку, я пам'ятаю ще покійний Володимир Дмитрович Чайко, коли скаржився мені в такій приватній бесіді, що каже, я вийшов, прийшов на матч, а мені кажуть, Чайка, давай, там, помагай футболу. Я кажу, а ви вийшли би тоді на полі? Сказали, ви вже всі любите футбол? Так, усі. Хто готовий скинутися зараз своєю зарплатнею для того, щоб підтримати футбол? Навряд чи хтось.
Тобто для мене дивно, як така популярна, така комерційно приваблива, така, така потенційно прибуткова гра завжди може лишатися у нас такою чорною диркою, куди уходять бюджетні кошти, і вони не приносять з одного боку результату. З іншого, постійно ми чуємо, тобто, ну, це не стає прибутковим. З іншого, ми чуємо, у нас поганий футбол, бо немає, дайте ще гроші, буде добре. Я знаю, що Сергій Анатолійович просто цим хворіє буквально, він цим живе, бо це ж ваше питання, яким ви зараз займаєтеся. І тому я просто хочу спитати, є інші види спорту, які, можливо, не такі привабливі комерційно. Для них взагалі не знаходиться часто місця. Є види спорту, які мали б годувати місто, бо я, скажімо, пам'ятаю у місті Шарлотті, у Північній Кароліні, там просто все місто вболіває за команду американського футболу «Пантери», і у них там просто культ навколо цього вибудований. І там просто величезні гроші робляться на цих іграх, на продажу атрибутики тощо. У нас постійно дай, дай, дай. Результату практично немає. Навіть коли команда грала у першій лізі, чи навіть у вищу потрапляла ненадовго, наскільки я пам'ятаю, квитки знову ж таки ніяк не продавалися із того, що миколаївці могли б своїм карбованцям, своєю гривнею проголосувати за підтримку спорту, підтримку улюбленого виду спорту, теж нічого не виходило. Втім, я той ще вболівальник футбольний, можливо, я щось плутаю, можливо, щось, я думаю, розумію неправильно. Будь ласка, у вас є шанс мене поправити. Будь ласка, ну почнемо, напевно, з вас, Сергій Анатолійович. Нагадую, хвилину. О чому говоримо? Ну, ми починаємо говорити про те, що ви вважаєте найголовніше у цій програмі протягом хвилини. Потім вже почнемо дискусію. Я думаю, що люди, які займаються цим питанням професіонально, вони скажуть от цю сторону питання як би знутрі. А я, исходя из, так скажем, преамбулы, могу только говорить о том, что, сидя в сессионном зале, что я наблюдаю последние годы и каковы мои позиции в этом вопросе. Ну, во-первых, вы абсолютно заблуждаетесь, господин Индиков, о том, что где-то там в Индиане или где-то в Париже или в Стамбуле Все завязано исключительно на профессиональных всех видах спорта, и государство этим не занимается. Я могу вам сказать, что государство там занимается более чем. Когда, например, в тот же Стамбул прилетаешь и смотришь с окна, то по меньшей мере по ходу движения, пока самолет садится, видишь 5-6 футбольных полей, которые есть. Государство... Неважно, это Турция или Америка, или Австралия, или Австрия, да, все занимаются то, что касается как бы вот достоянием, там, как бы говорим, вот в широком смысле слова для населения государство занимается. И у нас есть законы, которые регламентируют это взаимоотношение государства и спорт. Я могу вам сказать ответственно, что государство в этом вопросе своей функции, даже та, которая прописана в законах, она не исполняет. Все, что касается, под разными предлогами, вот, все, что касается такого спорта, ну, как бы в широком смысле слова, дворовой, там, уличный, там, и так далее, неважно, да, это все функция государства. Я просто хочу всех вас, так скажем, напомнить, что мы родом с того периода, когда государство, да, там, на работу с радостью, а с работы с гордостью, да, и там все выше, 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 да, там, к победам спорта и так дальше. И мы не можем в одночасье, вот, ну, и не позволяя, так скажем, все прошедшее, там, экономика и так дальше, да, и потому я считаю, что государство должно на себя брать львиную долю, если мы хотим выращивать здоровую нацию. Пока то, что мы видим на сегодняшний день, мы эксплуатируем, убиваем то, что создано до нас. Вот. Ну, в советский период, по сути дела, вот мы это дело убиваем, ну, так скажем, когда-то этому будет дана оценка. А то, что мы должны сегодня разворачивать эти все оглобли в сторону спорта, это очевидно, и мы каждый день там сегодня на сессии не бывает, к примеру,
уже сессии, когда не обсуждаются проблемы спорта в той или иной степени. Через строительство садика, через строительство школы. То есть уже наконец-то все поняли, что здоровье нации не заключается в таблетках. Спасибо. Ну, я хочу уточнить, что я, в общем-то, не подвергаю сомнению необходимость развития спорта, развития именно массового спорта. Я говорю в данном случае о видах спорта таких вот, как футбол. То есть, с одной стороны, зрелищный, с другой стороны, ну, 22 миллионера гоняют кожаный шарик по полю. То есть, я понимаю, что это не массовое вовлечение, разве что как зрителей, вот тех же самых вот детей, которые, как вы говорите, на школьных или детских, или дворовых площадках занимаются. Поэтому вот у нас сейчас два чиновника, один государственный, один коммунальный, которые как раз вот на затронутую вами тему, я думаю, смогут говорить очень компетентно. Пожалуйста, Олександр Витальевич. Ну, по-перше, я хотів би, щоб ми розуміли, що люди, які сьогодні ми слухали вже в сюжетах, розказують про те, що не виділяється і всі хочуть дай. Дійсно, дай. Но ми живемо сьогодні в державі, де працює бюджетний кодекс. І дати всі на все неможливо. Сьогодні ми можемо проводити заходи місцевого рівня, відряджати наші команди на заходи державного рівня, а всі хочуть, щоб ми ще й відряджали на закордонні відрядження, на чемпіонати світу, на Європу. Те, що ми сьогодні бачимо, у нас відбувається в неолімпійських видах спорту. Навіть в цьому напрямку міністерство веде таку політику, що це питання повинно вирішитись на місцях. А в бюджетному кодексі прописано, що заходи всеукраїнського та міжнародного рівня фінансуються за рахунок державного бюджету. Тому, шановні, розумійте, що все дай не виходить, навіть при тому, щоб ці кошти були в наявності. Дякую. Будь ласка. Ну, як ви знаєте, я на цій должності працюю не так давно, буквально півгода. Як діючому спортсмену в прошлом я комфортніше себе чувствував на рінгі, ніж здесь, но я думаю, что со временем мне будет так же комфортно, как и было на ринге. Любому виду спорта должно быть и место в нашем городе, должны все виды спорта развиваться, и я бы хотел, чтобы все виды спорта, бокс, борьба, футбол, волейбол, все развивались в городе Николаеве, но, к сожалению, всем полное внимание и помощь, ту, которую от нас требуют и просят, к сожалению, не всегда получается помогать тем или иным видам спорта. Хотелось бы, чтобы у нас есть славные традиции в наших видах спорта, в которых есть достижения, есть специалисты, мы их сохраняли и развивали, и, понятно, такие виды молодые спорта, которые там присоединяются, мы тоже будем обращать на них внимание и всячески стараться помогать. Спасибо большое. Вот я неоднократно подчеркивал, на каждой нашей программе, в принципе, наши зрители знают, потому этим и пользуются. У нас через 6 минут уже появится телефон прямого эфира 76-92-42, можно будет нам позвонить прямо в студию. Ну и кроме того, не дожидаясь, можно написать мне на Фейсбуке, можно написать на нашу страничку, и вот народ пишет. И едва узнав о теме программы, прислали мне ссылку на статью о том, что гордость Николаева, самую сильную женщину планеты, ну, по крайней мере, по одной из версий, выселяет мэр из квартиры, потому что она, за ней числится общежитие, она как бы там живет. Поскольку общежитие давали как молодому специалисту, то вот сейчас, когда она еще приехала сюда работать учительницей, то вот как-то она вроде как утратила право на это. Я вам скажу, если интересно будет. Однако не хочу просто сейчас зачитывать эту программу, зачитывать эту статью. Если кому-то интересно, я только что ее перепостил у себя на своей странице. Пожалуйста, если зрителям интересно, могут посмотреть на Фейсбуке. К чему я это говорю? Вот с одной стороны есть вещи, которые действительно требуют серьезных финансовых средств. Ну, я понимаю, что действительно, знаете, как всего всем не хватит, потому что всего мало, а всех много. Но с другой-то стороны, есть вещи, которые, ну, явно не упираются в финансовый вопрос. Или упираются, но очень по-своему. Потому что, например, Анна Куркурина утверждает, что просто там на эту комнату претендуют люди, которые хотели бы ее выкупить. Ну, и, соответственно, сейчас надо ее оттуда выписать для того, чтобы эту комнату продать. Не знаю, насколько это правильно. Однако случай, как мне кажется, очень показательный. С одной стороны, есть люди, есть активисты, и тоже Куркурина говорят, ну что ты там, не могла до сих пор себе что-то купить. Вот у меня Аня была на одной из передач, рассказывала о том, как она действительно огромные силы, средства, время и все остальное тратит на помощь детям с ДЦП,
тратят на помощь приютам, тратят на поездки на передовую и так далее. То есть можно было бы, наверное, каким-то образом поддержать известного спортсмена. Но это просто случай вопиющий, я думаю, что таких гораздо больше, просто, ну, Куркурина такой человек очень заметный. Вот это тоже, наверное, отношение, это тоже политика. Новый помощник, новый советник нашего мэра, господин Жвавый, вот, да, уже внештатный, я, безусловно, внештатный. Однако уже четко заявил, что главная его задача является не поддержка спорта, не то, о чем говорите вы, Олег, не то, о чем говорит Александр Витальевич, не то, о чем даже говорит Сергей Анатольевич, как человек не, ну, как бы, вот, ну, не спортивный функционер, но депутат, а лоббирование интересов фирмы «Спортлайф», которая вот с его помощью должна сюда зайти. Ну, мы уже помним, как Николай Петрович Круглов, в свое время возглавлявший ту партию, которой сейчас имеет честь принадлежать господин Жвавый, радостно заявлял на сессии областного совета: «Я привел вам инвестора». Он представлял тогда господина Новинского, который похоронил последний Николаевский судостроительный завод. Поэтому вот к вопросу о том, что, может быть, у нас проблема не только в деньгах, может быть, у нас проблема еще и в отношении, и в приоритетах. Вот Максим Бревда достаточно давно об этом говорит. Я думаю, что ему сейчас наверняка будет что сказать. Пожалуйста, Максим, 2 минуты. Да, быстро перешли к этому сюжету. Думал вначале о проблемах. Ну, там все понятно. То есть мне вообще, многие, наверное, спортсменам непонятно, почему без конкурса проходят такие должности, вот, даются. То есть мы все-таки хотим видеть профильных ребят. Этот человек, который один из тех, кто представляет также так, вот, Олег и областной начальник, также представляет интересы спорта. Когда мы слышим, допустим, от человека, что какие у нас планы завести компанию частную на городской стадион, и спорта будет классно от этого, но мы просто хотим понять, может быть, я дурак, как говорится, или лыжи сами едут. Вот, мы хотим просто понять, насколько польза будет от спорта и чем конкретизировать, в чем будет польза. Вот, и хотим понять, почему именно, допустим, Спортлайфу должны давать землю на городском стадионе, почему там не фабрики здоровья, там, не Джимстайлу, не Элфитнесу, там, еще никому, каким-то местным, да, ребятам, которые здесь на рынке работают, что-то делают. То есть, может, мы что-то не понимаем, мы хотели как раз сегодня поговорить с Дмитрием, может, он что-то новое рассказал, но он, к сожалению, не приехал. Ну, вот Сергей Анатольевич, думаю, как депутат может нести некоторую ясность. Давайте мы вообще эту тему пока оставим. В конце концов, в разном, можно о ней поговорить. Я не думаю, что она сегодня заслуживает внимания. Я считаю, что нужно говорить вот о чем. Вот это закон Украины. И давайте вот, что сегодня говорят законы? Ну, к примеру, детско-юношеские спортивные школы, да? Вот отсюда давайте пойдем. Не будем говорить о МФК Николаев, там, да, там, о профессиональном спорте, которого, по сути дела, с ним можно еще разбираться, есть он в Украине вообще или нет. Так, назвали его профессиональным, чтобы отгородиться. Я говорю резкие слова в собственный адрес, тем не менее. Ладно, детско-юношеская спортивная школа является внешкольным учебным заведением спортивного профиля, учреждением физической культуры и спорта, которое обеспечивает развитие способностей воспитанников в избранном виде спорта, признанном в Украине, создают необходимые условия для гармоничного воспитания, физического развития, полноценного оздоровления, содержания, отдыха, досуга детей и молодежи, самореализации, получения навыков здорового образа жизни, подготовки спортсменов для резервного спорта. Детско-юношеские спортивные школы создаются, действуют в соответствии с положениями и так далее, и так далее. Вот это, я об этом говорю, что вот это наше государство. Это никакой частник, никакой инвестор с современным уровнем экономики этого не сможет сделать. Это должно делать государство. А дальше, когда это все уже гармонично будет развиваться, и вот тогда лучшие из лучших, вот тогда уже могут появляться вот те ростки профессионального и так дальше. Но это должен быть соответствующий уровень экономики. Что у нас с экономикой в стране, вам все понятно, и потому об этом вообще сегодня говорить. Это реально просто отгородиться от спорта как такового. Если мы говорим о том, что кто-то спонсор, у нас сегодня ситуация сложная, у нас сегодня есть то, что есть, и потому мы должны тянуть как государство эту функцию, иначе мы не воспитаем то поколение, о котором само государство в своем законе о поддержке физической культуры и спорта, ну, как бы говорить, я ж это ж беру закон. Давайте, вот чтобы было понятно, какое отношение история с новым нештатным, подчеркиваю, нештатным советником мэра. Что вы его
трогать? Да, слушайте, на самом деле, то чего его трогать? Дима сам о себе, Дима настолько четко заявил, что он пустое место, что даже стул как-то ставить сюда не хочется пустой. Вопрос в другом. Вопрос в том, что человека спрашивает, журналист, да, скажите, пожалуйста, вот как вы, как советник, да, хотите развивать Николаеве спорт? Вот послушаем, что он отвечает. Для начала нужно что-то в городе развить, чтобы что-то появилось для горожан. Например, у вас есть какие-то проекты? Уже проект есть, он уже все трубят про этот проект, про Спортлайф. Весь город уже об этом говорит. Можете рассказать? Наверное, это не быстрый разговор. Кратко, что это? Ну, мы уже были на встрече, проведена была встреча в городе Киеве. Был один из гендиректоров, где присутствовал мэр, я присутствовал и с агенцией развития. То есть, если я правильно понимаю, это выделяется земля конкретному предприятию, да. Например, частному, да. который будет... Да. Да, но это коммерческий проект. Горожане могут бесплатно туда будут. Да, там оговорено. Нет, там оговорено время, когда оно не коммерческое, когда дошкольный возраст, воины АТО, инвалиды могут посещать этот бесплатно. И вот тут, как говорится, поздравляю, гражданин Саврамши. Видимо, не успели предупредить менеджеров о той лапше, которые здесь навешивают николаевцам. Поэтому еще один контрольный звонок. Пожалуйста. Можно узнать у вас по поводу посещения спортклуба вашего? Да, как я могу к вам обращаться? Максим, девушка, хотели узнать, у вас какие-то есть сейчас скидки там, или льготы там, для студентов или для тошников, нам интересно? У нас идут все стандартные цены, поскольку они акционные. Вы скажите, что вы хотите посещать и в какое время? Ну, допустим, годовая карта в тренажерный зал. Если, допустим, я атошник, то мне никаких отдельных льгот у вас нет, да? Правильно я понимаю? То есть это акция просто... У нас идет цена одинакова для всех, да. И для студентов, конечно. И для пенсионеров, и для атошников? Для всех, да. И для спортсменов то же самое, да? Да. Я понял. А какая цена сейчас годовой карты у вас на посещение? На полный день? Да, на полный день тренажерного зала. 790 тренажерный зал плюс групповые занятия. С 7 утра до 22 каждый день можете заниматься. Я понял. Хорошо, девушка, спасибо большое. И вот чтобы совсем уж было понятно, при чем тут вот какая, ну я, мало ли, ну фирма какая-то зайдет, да. Вот есть Валерий Кисель, вот есть Максим Бревда. На самом деле, наверняка есть еще и другие ребята, просто ребята, простите, если не знаю о том, чем вы занимаетесь, да. Вот у них тоже есть там работа, есть какой-то бизнес, но при этом в их спортивных залах занимаются атошники, в их спортивных залах занимаются дети-инвалиды. Валерий вот с Максимом разработали систему эту CrossFit, которая действительно не просто на ноги ставит инвалидов АТО, а делает их образцом для подражания у людей, у которых все в порядке со всеми конечностями, и которые действительно вот смотрят на них и вот уж точно думают, если они могут, так я то наверняка смогу. Я хочу быть на них похожим. То есть здесь как бы все в порядке. Нету денег, да, я понимаю, не выделяется бюджет. Но есть какая-то воля, есть какое-то желание. Так может быть, Сергей Анатольевич, как раз речь должна идти о том, что вот когда вы говорите, цитируете закон о спортивных школах, о развитии спорта, о поддержке и так далее, то нам нужно ориентироваться на уже имеющиеся примеры доброй воли и всячески их поддерживать. А не первым делом, которое сейчас объявляет очередной представитель оппозиционного блока в николаевской власти, это пролоббировать очередные бизнес-интересы и отвести землю очередному киевскому предприятию. Вот объясните мне, что я неправильно понимаю? Я вам объясню. Пожалуйста. Я думаю, что такое количество людей, которые здесь присутствуют, да, вопрос должен ставиться по-другому и абсолютно в другом ракурсе. Мы должны говорить в широком смысле слова. Но есть видение конкретного человека, которое сегодня является нештатным сотрудником, нештатным советником мэра. Но есть видение и есть видение. Чего вы на него всех сбросили собак? У человека есть свое мнение. Он его высказал, мы можем с ним быть согласны. Можем не согласны. Мы говорим по-крупному. Понимаете как? Хотят,
Пусть строят, надо, пусть найдет им место. И пусть они строят, если у них есть деньги. Но из того, что я знаю, из того, что общался с ребятами, это очень спорно. И вообще, какой смысл говорить? Давайте поговорим о детях. Давайте поговорим о том, что я, к примеру, в это воскресенье ездил в Харьков на этап Кубка мира по джиу-джитсу, да, с малым. Так вот я туда приехал, там спортивный дворец имени Кирпы. Я вам сейчас его покажу. Я хочу об этом поговорить. Я не хочу говорить о спортлайфе вообще. Это отдельная тема, она как-то порешается. Я хочу, чтобы у нас в городе больше занималась власть, вот как вы говорите, массовым спортом. Строили спортивные дворцы. Чтобы у нас было не одно поле 51 года или там 3 года газон был натурально. Чтобы их было хотя бы 3. Чтобы у нас... футбольный стадион в Парке Победы наконец-то принял первых игроков, чтобы его, уже его судьбу эту порешали, забрали его в город. Я хочу, чтобы у нас там было 3-4 газона, если мы говорим о футболе, искусственные. Я хочу, чтобы у ребят у каждого там борцы, там, вы пойдите, я было первенство по этому долбанному джиу-джитсу в трудовых резервах, я туда зашел, мне стало страшно. Как вообще можно наших детей в 21 веке там что-то с ними делать. Вот дополните меня. Светович, я думаю, что знаете, вот может быть проблема... Вот представьте себе, да, вот есть УКС, есть там заказчик, есть некий объект. И вот эта вся цепочка, вот дайте им кусок сала передать, от первого до последнего. К концу, я думаю, придет сильно похудевший кусок сала. Но у каждого на руках тоже останется сало. И чем длиннее эта цепочка, тем больше сала остается на руках. И может просто если воровать меньше, то тогда у нас тоже дворцы будут. Володя. Добрый вечер. Во-первых, хотел поблагодарить всех присутствующих, особенно Александра Витальевича, потому как... смотрите, по поводу плавбассейна. Я лично протренировался в этом спорткомплексе с 85 года. Начинал с гребли на байдарках и на байдарках у Валентины Васильевны Лариной, потом перешел в тяжелую атлетику. То есть мне проблема плавбассейна знакома как никому, наверное, в этом зале. Скажу честно, да, действительно, последний ремонт делался капитальный где-то в году 96-м, когда директором был Сергей Черный, он тогда на личных связях смог договориться, там и поменяли задвижки, ну много чего сделали, после этого капитального ремонта там не было. Оборудование, к примеру, в зал тяжелой атлетики последний раз было закуплено, Александр Витальевич не даст соврать, в 2015 году два полноценных грифа, два набора, плюс покрышка на ковер, плюс канаты. Ребята-борцы мне сказали, что первый раз за все время, раньше покрышку покупали частные люди, ну мы все прекрасно знаем, Литвинов и ребята с биатрона, то есть это все было. Это все было, и это объективная оценка, да, действительно. Детский спорт у нас сейчас существует и выживает за счет энтузиастов. В детский спорт вкладывать мало кто хочет, потому что это не рентабельно. Все кинулись в так называемый спорт высших достижений, школа ШВСМ, да, Александр Витальевич? У нас же ШВСМ достаточно бурно развивается. Я думаю, вы обязательно прокомментируете. У нас есть масса спортсменов, которых, правда, никто не видел, но они есть, на них выделяются деньги. У нас есть замечательные тренера, вот я знаю всех тренеров там, да. У нас есть замечательные тренера, которые по 36 часов в неделю работают. На 3 нет, 3 на 7. Но при этом никто их не видит. 6 часов в день, 36 часов в неделю. Ну это ж факты, мы ж с вами прекрасно это знаем. Шановний, в кого факти? Ви вже замучили цю школу перевірками. Ви особисто її перевіряли проводити. Вже 3 рази. Я і далі буду проводити перевірки. Де акти перевірок, шановний? Я ж акт виложу. Де акти перевірок? Є. Де? Ви ж знаєте не хуже мене. Де діла? Де показано, що цих людей немає? Шановний, ви відволікаєте людей від роботи. Від чого? Від роботи. Ми можна списати вже 2 роки відповідаємо на ваші бредові запроси. Спасибо. Спасибо за і у нас більше немає роботи, тільки відповідати на ваші так запити. Так це ваша робота є, як чиновник. Відповідати конечно, на ваші запити. Конечно, шановний, ви краще скажіть, де ви працюєте? І чому ви свій робочий час знаходитесь то в Очакові,
то на спортивній споруді. Ви знаєте, що в Очакові знаходиться наш філіал музею? Я ще раз питаю, де ви працюєте? Я? Да. Ви прекрасно знаєте. Де ви працюєте? Скажіть всім людям, де ви працюєте? Де я працюю? Так. В музеї Верещагіна. Вопрос. Ким? Що? Ким? Інженером. Яким? Головне. І у вас на це є профільна освіта? На що? На що іменно? На цю, на це місце. Ну, якщо мене взяли на роботу, значить, мабуть, освіта моя підійшла. Ваша освіта не підходить. А ваша освіта підходить? Підходить. Да? І ви вважаєте, що ви... Господа, я прошу не вдаватися в лічне розбирательство. Либо ми говоримо о фактах, но не вдаємося в діалоги, які інтересні тільки вам двоїм. В присутствии журналіста ми проведемо, так сказати, таку інтелектуальну дуэль. З вами нема що спілкуватися. Ви фахівець в всіх галузях. Я коли включаю контраргумент, завжди я бачу тут Володимира Васильовича, він знаходиться, і він знає все. Не перебільшуйте, будь ласка. Я дуже дякую вам за коментарі. Олег Валерійович, я думаю, що, може бути, вам, як чоловіку з зовсім недавнім спортивним прошлым, є що сказати по поводу того, що, в принципі, в Николаєві можна робити і вже зараз робиться. Тому що той же Максим Бревда, який ночей не спить, проталкиває цю ідею траси здоров'я, те же починання і Валерія, і Максима, і всіх остальних. Зараз, ребятки, відповідь, Олег. Це все те, що, в принципі, наверняка вам в допомогу. Є ли для цього какое-то, не знаю, какое-то движение навстречу? Тому що, як-то от читаєш, да, от Сергій Анатольович обіжається, да, що я там, вместо того, щоб повестку дня нарушаю, вместо того, щоб в разному об этом говорити, я тут всякі от історії розказую про депутата Атапаблока Жвавова, то про этого самого, то про то, яку куріну із общежития виселяють. Но, может быть, вот вы сейчас расскажете какие-то такие вещи, которых мы не знаем, и мы сразу скажем, ух ты, ничего себе, вот это, оказывается, мы просто понятия не имели о том, как развивается спорт в Николаеве при новом мэре и при новой команде. Я хотел бы вернуться к нашему центральному городскому стадиону. Не в каждом городе есть центральный городской стадион, куда может зайти любой житель. Свободный доступ, вечером позаниматься, побегать на том стадионе. На центральном городском стадионе у нас находятся две школы Олимпийского резерва. Это школа Олимпийского резерва по футболу и школа Олимпийского резерва по легкой атлетике, у которой очень есть большая история и есть очень хорошие выступления, результаты. Мы с Сергеем Анатольевичем неоднократно встречались на эту тему, разговаривали. И у нас была идея построить новый легкоатлетический манеж, универсальный. Можете показать. В котором будет не только легкая атлетика, в котором можно будет проводить и многие другие соревнования. Вот многие из ребят ко мне приходят и обращаются. Тот же и Максим Бревда проводит свои мероприятия там, по смешанным единоборствам. У нас единственный зал в городе, где можно это проводить, это спорткомплекс «Надежда». И так как спорткомплекс «Надежда» является профильным видом, в нем профильный вид спорта – это баскетбол. Баскетболистам тоже не очень сильно нравится, они ко мне приходят и говорят, что это же наш зал, но мы там смещаем тренировки, где-то переносим, где-то отменяем. Но я говорю, у нас единственный зал, где можно проводить такие мероприятия. Каждый вид спорта хочет свой вид спорта представить и показать в лучших традициях. Поэтому я считаю, что Николаев требует в постройке хорошего универсального какого-то спортивного комплекса, где можно будет презентовать и проводить хорошие мероприятия, и чемпионаты Украины, и международные турниры по всем видам спорта. Вот об этом мы разговаривали, и мы планировали разместить на центральном городском стадионе. Вот была такая идея, мы разрабатывается концепт проект, и мы его там рассматривали и об этом разговаривали. Рядом у нас находится школа по велоспорту. К нам пришел тоже тренер и говорит, ребят, ко мне приходят маленькие дети, я не могу с ними выехать на дорогу. Сделайте мне велодорожку на стадионе. Мы тоже в концепте проекта ее включили. Тоже, понятно, что он не может с новичками выехать сразу на автомобиле, на велосипедах и поехать по дороге, потому что мы знаем, сколько всяких несчастных случаев было происходило. Там, велоспорт такой довольно-таки травматичный вид спорта. Да? Вот, и планируем, думаем, я же говорю, не все сразу, не все, но мы над этим работаем, и чтобы... Спасибо, Сергей Анатольевич, я вижу ваше желание, давайте все-таки эксперта послушаем, пожалуйста. Только я попрошу, ребята, представляйтесь, потому что многие из вас впервые, режиссер не всех знает.
Юбик Евгений, президент Федерации ударного спорта в Николаевской области. Вот я как раз точно ранее хотел сказать слова Олега Валерьевича, что я думаю, главная проблема в нашем городе сейчас – это постройка сооружения именно не Спортлайфа, да, который сейчас будет заходить, а именно постройка сооружения альтернатива спорткомплексу «Надежда». Потому что мы сталкиваемся с проблемой такой, Олег Валерьевич уже знает, мы к нему обращаемся, что когда мы хотим проводить какие-то мероприятия спортивного характера, нам приходится переносить даты, нам приходится как-то это все скомпоновывать, а проходят постоянно какие-то баскетбольные тоже матчи. Поэтому это не совсем всегда удобно. То есть в городе должно быть помещение, сооружение хотя бы на 5000 мест, красиво, да, где люди могут прийти, проводить разного рода мероприятия, это будь что угодно. Это более важно, чем Спортлайф, потому что мы понимаем, что все-таки Спортлайф, да, это мое мнение, это реальный бизнес-интересы, потому что даже тот же Денис Жлавы, который бьет себя в грудь, я за спорт, но он понимает, что если бы он не имел с этого денег, никто бы не кричал, я за спорт. Поэтому нужно понимать, что раньше, какие раньше мероприятия, турниры проводили данные люди, какие, как они раньше способствовали развитию спорта, никак. Поэтому не будем говорить сейчас о Спортлайфе, это мое мнение, да, а вот все-таки сделаем акцент конкретно на те проблемы, которые нам необходимы. А это первое все-таки сооружение, которое нужно для города. Нужно. Спасибо. Ну, знаете, во времена Януковича ходил анекдот, что невозможно человеку с донецкой пропиской пройти по Киеву, его тут же хватают и тащат в министры. Я так понимаю, что человеку с партийностью опоблока невозможно ходить по коридорам горсовета, горосполкома, потому что его тут же хватают и тащат как не в советники, так в заместители. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Ребят, послушайте. Отстаньте от этого блока. Это такие же люди, и за них много голосовали. Хотя я с нашего края, но тем не менее. Ребят, давайте не об этом. Вообще политику давайте уберем. Спорт это такое дело, это же, да, это все растворяется там. Вот смотрите, вот то, о чем говорил Олег. Мы, значит, что было раньше? Я делал анализ за 10 лет. Вот только тогда, когда появились первые деньги, 14-й, больше 15-й, еще больше 16-й, до этого с тех крох, ну, было там 30 миллионов бюджета развитку, да? 2-3, максимум какой-то год было 4% на спорт было, там, 3% на культуру. Ну, представьте себе, 20 миллионов, из них 2 или 3%, это там 600-800 до миллиона гривен выделялось на спорт с нашей всей инфраструктурой, с ФДЭПовской. Вы же понимаете, крыша течет, кран нет, туалет в трудовых резервах один, работает и так дальше. Мы сделали концепцию, в том году разработали, она еще должна быть утверждена на градостроительном совете, но сегодня по этой концепции уже можно начинать работать. И уже та программа социально-экономического развития, которая нами принята, она должна реализовываться, в том числе и по стадиону. Стадион это даже не трудовые резервы. Это даже не «Надежда», это объект инфраструктуры области, единственный, самый главный. И к нему нужно и относиться, я уже был и у губернатора был, и до этого губернатора был у губернатора. Я их пытаюсь склонить к тому, что все должны в эту сторону смотреть, потому что стадион – это за скобками. Ну, Спортлайф и стадион – это вообще несоизмеримые все вещи. Несмотря на то, что у них там большая инфраструктура там и так дальше. Но это чисто коммерческий вариант. Я все-таки переворачиваю на сторону массово, потому что невозможно вот туда прийти, в школу Олимпийского резерва, если с садика ты не пошел плавать, бегать, прыгать, в шахматы играть. Вот то, о чем вы говорите. Потому нужно в эту сторону смотреть. Понимаете, как мы уже имеем эксперименты с коммерческими проектами на стадионе. Что с этого получилось, мы же знаем. Должен быть объект инфраструктуры. Если мы говорим о стадионе, то стадион полномасштабный, полноценный. Тут есть все. И велодорожки, и новое тренировочное поле, и запасное тренировочное поле. И мы это все делаем. Уже, считайте, прошлый год. Я не могу сказать, что нам не дают денег. У нас в том году мы засветили стадион. За 14 лет мы засветили стадион. И сегодня освещение на стадионе, к примеру, лучше, вот, ну, как бы из тех команд, которые приезжают в Николаев. Конечно, мы не равняемся Спортлайф, это самое. Донбасс-арена, там то, все, 3-10 уже надоело, это Спортлайф. Мы равняемся на то, что сегодня есть. Так вот, среди команд первой лиги освещение на центральном стадионе на этот лучшее. На этот год мы, Олег, порядка 18 миллионов
Это копейки. Ну, поле стоит там 12, 15, 16, в зависимости от фарша, который там должен быть. Понимаете, когда мы сегодня АБК делаем капитальный ремонт. Мы сегодня сделали там уже капитальный ремонт АБК. То есть подлежащий камень в Валентиче. Я, конечно, хожу, я, конечно, добиваюсь, гавкаю там, на всех, там, со всеми ругаюсь. Но потихоньку, потихоньку. То же самое нужно делать широким фронтом. Это раз. И я вам еще такое скажу. Я вот мэру говорю, да, там, все-таки мы должны заниматься экономикой в городе. Будет экономика в городе, будет больше налогов. Ну, работающая экономика, понимаете как? Будет больше налогов, и мы на спорт будем иметь там с ним не 30 миллионов, а 50, 60. Вот этот дворец, о котором вы говорите, я прикидывал, по самым скромным расчетам, он будет стоить там 4-5 миллионов долларов. Там будет и бассейн. Там 7 тысяч квадратов, представьте себе, в трех уровнях. Там будет место для тренажерного зала. Понимаете, да? То есть это серьезный объект. Это, ну как это, ну я знаю. Есть вариант еще такой. Я смотрел проекты «Надежды», чтобы вы знали. Оказывается, был еще в соковские времена проект по «Надежде». Одна стена снимается, и он удлиняется вдвое. Вариант? Вариант. Нужно этим просто профессионально заниматься. До 2015 года просто реально не было денег. Не анализируем почему. Но сегодня они появились. И потому нужно, вот мне понравилось то, что вы сказали, нужно расставить приоритеты. Что нужно нам для того, чтобы мы могли вот подняться, так скажем. Вы понимаете, да? Вот Слушай, наконец-то мы с вами сошлись на том, что нужно правильно расставлять приоритеты. Одну секундочку, вот есть эксперт, потом вы, пожалуйста, да. Здравствуйте, я Леонид Приблуда, тренер и капитан команды по американскому футболу. Вы вспомнили про легкоатлетический манеж. У нас в команде была история преткновения с этим манежем. Мы написали официальное письмо, так как искали место, где мы можем потренироваться. То есть это, понятно, не в бутсах, это просто побегать, развивать какие-то скоростные качества и так далее. Мы пришли в манеж, написали письмо, ждали ответа 3 или 4 месяца, и нам написали: уважаемая команда, вы слишком много тратите электроэнергии, поэтому вы не сможете зайти тренироваться. Вот у меня такой вопрос, это только американские футболисты много тратят электроэнергии, или это все, или почему нам дали такой ответ? Но мне было смешно читать это, честно. То есть одни люди тратят меньше, а мы что, в шлема себе вставляем розетки и тратим больше? Я не знаю, я не понял этого, честно. Леонид, у вас кому вопрос был? А кто сможет ответить? Я отвечу. Спасибо. Значит, что такое наш легкоатлетический манеж? Я поднимал историю стадиона, как и устроил Черноморский завод, там, народная стройка и так дальше. Вот это помещение, где сегодня легкоатлетический манеж, вы просили на камеру, да? Это объект, это складские помещения вот того стадиона, который 52 года назад строился там несколько лет. Это были складские помещения для инвентаря стадиона. Но по бедности, после того, как это все произошло, оно приспособленность 81 года, оно вот как бы используется для как бы легкой атлетики. Хотя из того, что я знаю, там и футболисты маленькие, ну, дети бегают, и прыгают там. То есть там, ну это, ну вот, считайте, «Надежда» и вот этот объект, о котором мы говорим, с гнилой крышей. В этом году мы там с торца сняли стеклопакеты, потому как там вообще темно. Поставили стеклопрофилитовые, знаете, такие квадратики Советского Союза, ага, достояние, да? Да, сейчас мы по стеклоблоке. Мы сейчас поставили там хотя бы с одной стены, но это склад. Для склада стеклоблоки было нормально. И мы вот с 81 года по 2017, посчитайте, сколько лет мы застряли, на 30 лет больше застряли в этом зале. А то, что вам так ответили, ну, я вам скажу такую вещь. На каком-то этапе стояла задача сохранить стадион как объект инфраструктуры, чтобы его не развалили. И тот коллектив, который там работал, его была задача, чтобы не разоборвали, ну и так дальше. Единственное, копейки выделялись на его содержание, копейки выделялись на вот энергоносители и так дальше. Сегодня, когда мы начали строить это поле тренировочное, делать капитальный ремонт АБК, то оказалось, что ни сетей канализации, ни сетей там, водоснабжения, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что нужно, ну, ребята, ну 50 лет, все надо по новой там все это дело делать. Так что вот где-то в таком состоянии, как наш стадион, по-видимому, и все остальное, то, что мы не видели. Александр Ильич, пожалуйста.
Да, ну тут у нас фахівці розказують, що треба дитячий спорт розвивати. Я з ними повністю згодний. В Миколаєві дуже розвинута мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Я вам для прикладу привожу. Сьогодні в області працює 54 дитячо-юнацькі спортивні школи. В Одеській області, яка за населенням тільки Одеса майже така, як Миколаїв, працює 64 школи. Сьогодні область займає 6 місце в Україні по спорту вищих досягнень. 6. Сьогодні в області працює 2 школи вищої спортивної майстерності, 2 центри олімпійської підготовки, училище фізкультури. І сказати, що ми не звертаємо уваги на дитячий спорт, це ну, просто людина не розуміє, що взагалі відбувається. Він зациклився і дитячий спорт. Сьогодні багато ми розмовляємо про палац спорту. Ну, нас знають, фахівці. Палац спорту, про який ми сьогодні говоримо, трудові резерви. Так ось, шановні, це, мабуть, єдиний об'єкт, в який сьогодні не вкладаються кошти ні з обласного, ні з міського бюджету. Тому що цей об'єкт – власність держави, Міністерство освіти. І той ремонт, який проводили колись, да, цей ремонт заключався в тому, що зняли кришу, розкрили, зняли слой утеплення, закатали його м'якою покрівлею, і сьогодні зимою там промерзає, літом там така жара, що займатися неможливо. Ну, це так, на всякий такий інформація. Дайте закінчити. От. Сьогодні вже багато грошей вложено в реконструкцію спортивних об'єктів як міста Миколаєва, так і обласної комунальної власності. І в нас є багато проєктів сьогодні і реконструкції, і будівництво нових площадок спортивних. І сьогодні у нас поданий об'єкт в тій же школі вищої спортивної майстерності – будівництво 4 критих ігрових майданчиків. Стандартних майданчиків для ігри в міні-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол. Ну, я сподіваюся, що цього року розпочнеться будівництво. Сподіваюсь, тому що ще треба перемогти в конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. І нема такої школи, в яку сьогодні не вложені кошти на ремонти. Будівництво, дійсно, ми спочатку носилися з ідеєю збудувати на спортивний 17 плавальний басейн, тому що ніхто не каже, що у нас їх в місті практично нема. Ну коли при попередніх розрахунках ще в 2012 році лише проєктно-кошторисна документація коштувала більше мільйона гривень. Скажіть, будь ласка, де взяти сьогодні такі кошти? Їх просто нема. Сьогодні з обласного бюджету більше 15 мільйонів виділено на реконструкцію 3 об'єктів комунальної власності. Шахматний клуб, школа вищої спортивної майстерності і спортивна школа на Намиві. Ну, мешканці міста Миколаєва знають її як ФОК на Намиві. А те, що школа вищої спортивної майстерності – це якраз і говорить про те, що у нас настільки розвита інфраструктура, що дітей… Чому школа вищої спортивної майстерності? Тому що в дитячих юнацьких спортивних школах займаються люди, діти до 18 років. А старші або їх треба кудись віддавати, або вони мають покінчити спортивну кар'єру, або в школу вищої спортивної майстерності. Так от, в школі вищої спортивної майстерності зібрані кращі люди області. Тому, шановні, не лізьте в цю школу і не мішайте людям працювати. Спасибо, Володя. Подождите, пожалуйста. Я все-таки хочу сказать о том, что, в принципе, действительно происходит в Николаеве очень много изменений, в том числе изменений, ну, осязаемых. В самом деле, достаточно вспомнить фехтовальный зал, который наконец-то открылся, лучший в Украине, как сказал президент. Мы еще поговорим об этом. И действительно очень много политических всевозможных вот спекуляций вокруг различных событий, так или иначе связанных со спортом, происходит. Вот недавно на сайте, который, как с моей точки зрения, небезосновательно связывается с господином Карнацким, появилась такая бурная серия публикаций, или вернее серия бурных публикаций о том, как все ужасно вот у нас в нашей грибной школе. Мы очень удачно оказались в этой школе во время одной из инспекционных проверок
господина Кендратьева, заместителя нашего губернатора, и получили информацию, что называется, из первых уст. Я вижу звонок зрителя. Давайте, пожалуйста, мы посмотрим сюжет, а потом вы сможете нам выйти в эфир. Смотрим сюжет. Останні декілька днів у деяких інтернет-виданнях з'явилися статті під красномовними заголовками «Чиновники знищують дитячу школу Олімпійського резерву» та «Язиком молоти, не дрова колоти». В них йдеться начебто про бездіяльність миколаївських посадовців, які не звертають уваги на проблеми спортсменів. Нашим журналістам вдалося отримати коментар заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації, який в цей час перебував на території Вищої школи спортивної майстерності. Віталій Кіндратів інспектував хід ремонту та роз'яснив ситуацію щодо іншої скандальної школи з веслування на байдарках та каное, яка юридично знаходиться на території цього об'єкту. Ми сьогодні вирішили приїхати подивитися, як живе наша школа спортивної вищої спортивної майстерності, і заодно подивитися, як тут на території цієї школи живе школа, та навколо якої відбувається, так сказати, нагнітається конфлікт. Це школа байдарки та каної. Нині ця дитячо-юнацька спортивна школа не має власної матеріально-технічної бази. Орендує приміщення, а саме кабінети для директора та бухгалтерії у Вищої школи спортивної майстерності. Ситуація народилася не сьогодні, це ситуація з 2015 року, коли школа фінансувалася до 2015 року з фонду соціального страхування, з центрального бюджету. В 2015 році було прийнято рішення про передачу шкіл на місцеві бюджети, і питання по цій школі байдарки і каної, воно зависло в повітрі. Тоді було прийнято тимчасове рішення про фінансування з двох бюджетів – бюджету міста Миколаєва та бюджету міста Первомайська. Згідно штатного розпису, в школі, навколо якої розгорівся скандал, працює 19 тренерів, а всього 26,5 штатних одиниць. Приблизні витрати на заробітну плату – понад 126 тисяч гривень на місяць. За рік виходить приблизно 1,5 мільйона гривень. Це приватна школа, яка на протязі 2 років фінансується там декількома бюджетами. Але давайте починаємо спочатку. Що таке спортивна школа? Так? Це спортсмени, діти, це тренерський склад і це, мабуть, якась матеріально-технічна база. На сьогодні школа байдарки і каної – це пачка паперу, і це фінансування біля 2 мільйонів гривень в місяць, в рік. Матеріальної бази немає. Викладацький тренерський склад є в місті Миколаєві тренери, які працюють, є тренери, які працюють в місті Первомайську, і є діти, які займаються. Тобто ми сьогодні маємо декілька варіантів вирішення цієї ситуації, цієї проблеми. Нині обласні чиновники вбачають декілька рішень виходу із проблемної ситуації. Або ми залишаємо так, як воно є, і закриваємо очі на багато питань, або ми приймаємо управлінські рішення, бо ми забираємо школу на баланс обласний і створюємо нормальну, серйозну, системну школу, яка буде розвивати байдарку і каної далі за кошти обласного бюджету, за кошти наших обласних платників податків. Або ми цю школу, як воно сьогодні є по факту, розділяємо на дві частини. Перша залишається в Первомайську, де міська влада готова брати цю школу на баланс і фінансувати її надалі. Або друга частина, яка знаходиться в місті Миколаєві, яка фактично знаходиться в місті Миколаєві, вона переходить до міста Миколаєва в управління і фінансування. І тобто ми знімаємо це питання в такий спосіб. Залишити цю ситуацію, як є, і продовжувати витрачати 2 мільйони гривень платників податків на приватну школу, яка протягом років не здатна створити свою матеріально-технічну базу. Або спрямувати кошти на розвиток вже існуючих спортивних об'єктів, як нещодавно повернута до комунальної власності водноспортивна база «Спартак», вирішувати новій команді голови обласної державної адміністрації. Отже, мені здається, це вдалий приклад рішення, яке, можливо, не вимагає якихось захмарних грошей. Втім, це просто, справді, те, що ми казали, розстановка пріоритетів і оптимізація тих грошей, які вже є. Тобто, з моєї точки зору, це нормальний такий менеджерський підхід. Без політики, без зайвої балаканини.
Ми ще поговоримо про наш фехтувальний зал, там справді є цікаві питання. Але ось це, так би мовити, та влада, яку зараз ви представляєте тут у нашій студії. Ну, дійсно, ця школа до 15-го року вона фінансувалася за рахунок коштів Фонду соціального страхування. В школи є засновник фізкультурно-спортивне товариство «Україна». По всіх правилах гри фінансування повинно надаватися засновником в першу чергу. Ну, засновник сьогодні сам отримує фінансову підтримку з обласного бюджету, і в них нема можливості фінансувати цю школу. В минулому році, як уже Віталій Зінович сказав, кошти надавалися з двох рівнів, з двох бюджетів міста Первомайська і міста Миколаєва. І таким чином ця школа вижила. Дійсно, ми зараз розглядаємо питання, щоб прийняти цю школу в комунальну власність. Школа заслуговує на те, щоб вона жила. Це школа Олімпійського резерву, спеціалізована школа. І закрити таку школу чи розформувати її – це буде неправильне рішення. Тому і зараз прийнято тимчасове рішення, щоб звернутися до мера міста Миколаєва і міста Первомайська, щоб до півроку профінансувати таким же чином, як в минулому році, з двох рівнів бюджетів, з двох міських бюджетів, і вже потім вирішити питання про передачу її чи в комунальну власність обласну, чи фінансування з двох рівнів продовжити так, як було в минулому році. Школа не має своєї власної бази, вона ніколи і не мала. Весь тренувальний процес проходив або на спортивній 17, або на базі, яка зараз також її свого часу передали з фізкультурно-спортивного товариства «Україна» до міської комунальної власності на Аляудах. І казати, що забрали базу, а школу не забрали, це неправильно. Це неправда. Тому і сьогодні рішається питання, щоб ця школа повноцінно функціонувала. Спасибо. От, кстати, в підтримку і Сергія Анатольовича, і, собственно, наших двох уважаемых чиновников пишут. На стадионе они действительно много делают. Дочка туда ходила, там истинные энтузиасты. Я имею в виду тренера. Психологическая обстановка очень здоровая. Так что, видите, в общем, николаевцы действительно оценивают то, что делается вами. А я хочу дать слово нашему зрителю, который терпеливо дождался своей очереди. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Хотела узнать, какая роль бейсбола вот в Николаеве у нас, вот насколько серьезно это новый вид спорта, да, в Николаеве. Я слышала много про футбол, плавание, там разные единоборства, но про бейсбол как бы не слышала. Имеет место быть оно в Николаеве? Спасибо. Ну, я скажу, что меня ваш вопрос тоже поставил в тупик, но наши эксперты радостно показали мне человека, который может компетентно ответить на ваш вопрос. Пожалуйста. Добрий вечір. Кулин Іван, директор спортивної школи «Комунарівець», яка профілює насамперед бейсбол. Я думаю, я впевнений, що усі присутні не чули, не бачили жодного разу бейсбол, але він у нас в Миколаєві є. Я навіть більше скажу, команда приймає участь у чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Була четверте місце в зараз перехідний період. Ну, ми спіткаємося з такими проблемами, як відсутність можливості для тренування. Не тільки для прийняття домашніх турів, а й тренування. Спільно з Олегом Валерійовичем знаходимо можливості для проведення домашніх турів. Зараз займаємося, от буквально у нас вже в цю суботу буде перший в історії Миколаєва чемпіонат України в закритих приміщеннях жіночих U16. В спортивній залі загальноосвітньої школи 57. Всіх присутніх запрошуємо, щоб познайомитись, побачити на власні очі. Але досить така нагальна проблема з відсутністю майданчика, як я вже казав, для тренувань і для проведення домашніх турів. Зараз бейсбол прийняли олімпійським видом спорту. У нас вже наші три вихованці, на жаль, через те, що відсутні умови, перейшли в Київ, але ще числили за нами, були третіми на чемпіонаті Європи. Досить великі перспективи є. Вже приїжджав тренер жіночої збірної команди України на оглядини, на відкрите тренування. Великі амбіції. З інвентарем проблем немає, тому що є програми з Америки, які постачають інвентар. З цим проблем немає. Єдина проблема на даний час – це майданчик для тренувань та для проведення безпосередньо змагань, щоб і місцеві жителі могли знайомитись, і підтримати, і побачити.
Так. Дякую. Дякую. У нас є дзвінок глядача, втім, я дуже хотів би отримати відповідь на це питання, що було порушено. Скажіть, можливо взагалі вирішити ось цю проблему, якщо є все, тільки майданчика не вистачає? Мы сейчас рассматривали несколько вариантов размещения этой площадки, как в парке Победы, как и за торговым центром метро, и остановились на нашей базе Коммунаровец. Там есть у нас определенный кусочек территории, который можно обустроить, сделать по тем стандартам. Для тренировок будет он полностью подходить, и мы сейчас над этим работаем. К сожалению, у нас в программу на 2017 год у нас не получилось. Ну, я думаю, что по полугодию, когда будут дополнительные деньги перераспределяться, мы постараемся, чтобы эта площадка попала в программу, и мы будем ее делать для того, чтобы ребята могли тренироваться у себя в школе, не где-то, не куда-то ездить, а здесь на месте, и это будет, я думаю, прекрасно. Я бы хотел бы сказать, что бейсбол, да, он для нас это новый вид спорта, у нас он не профилируется, и я вам скажу, что по всей Украине этих площадок можно, наверное, на одной руке пересчитать, где есть настоящие площадки со всеми размерами, где можно проводить соревнования, да, поэтому это новый вид спорта, и мы будем потихоньку его развивать. Ну, я же говорю, что приоритеты, то, что мы говорили, да, есть цена медали в таком виде спорта, как там велоспорт, как бокс, как борьба, где у нас есть традиции, где у нас есть специалисты, где намного сложнее завоевать на сегодняшний день медаль на чемпионате мира, на чемпионате Европы, чем в таких видах спорта молодых, которые развиваются. Никто не говорит, что мы их не будем развивать, но просто эти приоритеты, чтобы мы тоже не теряли. Вот. В принципе, хотел об этом сказать. А я же говорю, всем молодым видам спорта, которые будут развиваться, где есть тренера, энтузиасты, заинтересованные люди, мы будем всячески помогать и идти навстречу. Спасибо большое. У вас есть звонок зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Анатольевичу. Вопрос. Вопрос, в принципе, вопрос и благодарность огромная по поводу того, что он сделал для нашего футбола и делает для нашего футбола. Благодаря ему и Жапранскому, нашему Руслану, мы пока не держимся на плаву. Вопреки всем вот этим перипетиям и всему прочему. Ну, хотелось бы знать, что сейчас у нас происходит вот в последнее время в связи с этими всеми делами по поводу нехватки денег, нехватки того, сего, отношения нашего руководства к футболу. Вот что, что? Мы сейчас в полуфинал вышли, в конце концов, Кубка Украины. Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, видите, стоит сходить к нам на передачу, чтобы услышать благодарность от ваших почитателей в прямом эфире. Это ведь тоже приятно. Говорите, пожалуйста. В принципе, учитывая замечания до начала передачи, есть сайт МФК «Миколаев», посмотрите, там сейчас размещена передача «Вперед, Николай», последние выпуски, там есть мое подробное интервью о том, что сегодня и как будет завтра. В двух словах, больших достижений в части улучшения финансового состояния клуба на сегодняшний день, значит, мы не достигли. Сегодня город, значит, финансирует клуб на уровне прошлого года, слава богу. Вот, есть, так скажем, определенные договоренности о том, что и вторая половина года будет финансироваться. Вот, что касается самого стадиона, то сегодня... я на этой неделе был в Киеве у президента профессиональной футбольной лиги. На следующую неделю договорился с президентом Федерации футбола Украины встретиться. Почему? Потому что реконструкция стадиона сегодня, она полномасштабно движется и будет продолжаться. Естественно, есть нюансы, связанные с аттестацией самого стадиона как объекта инфраструктуры, потому как есть требования, регламента там, и так дальше. Что касается... все работаем на то, чтобы... Здесь мы играли, и не только первая команда, и вторая команда, вот, и все для этого делается. И сегодня мы строим тренировочное поле, второй газон в Николаеве натуральный,
Вот, и надеемся, что мы в этом году его дофинансируем и сдадим. Он будет красивый, классный, современный. Вот. Что касается кубка. По кубку, ну, как бы ситуация посложнее в том плане, что 5 апреля только будут играться четвертьфиналы, с кем мы попадаем на 26-й, еще неизвестно. Ну, естественно, придется решать вопрос с Федерацией футбола, потому что если гранды, мы попадем на гранда, в смысле там Киев или Шахтер, то могут быть с ними определенные разногласия, потому как стадион у нас, конечно, мягко говоря, так скажем, для уровня миллионеров, о которых вы говорите, он, так скажем, мягко говоря, деревенский. Вот. Но, тем не менее, значит, я думаю, что общими усилиями, я говорил с Алексеем Юрьевичем, и он уже говорил с Павелко, то есть как-то будут в нашу сторону смотреть все-таки, чтобы городу подарить этот праздник. Ну, а что касается в целом клуба, то, естественно, значит, в полном объеме клуб не финансируется, у нас очень много проблем, у нас очень много штрафов, которые перешли еще с сезонов 12-го, 13-го, 14-го года, того периода. Сегодня нас не допускают к регистрации новых футболистов. У нас там есть 3-4 человека, которые сегодня, значит, приехали в Николаев. Мы даже их не можем заявить по той причине, что есть переходящие долги того периода. И, значит, есть решение КДК, Федерации футбола, есть решение Федерации футбола о том, что долги закрывать эти надо. Ну, долги на сегодняшний день из того, что требуют от нас погасить их в феврале месяце, не знаю, где брать деньги, сумма где-то колеблется в пределах 114 тысяч гривен. Мы должны заплатить только штрафов за периоды 12, 13 и 14 года. Львиная доля, ну не львиная доля, я могу сказать так, 25% этих всех штрафов — это поведение болельщиков, и хотел бы воспользоваться, так скажем, камерой, вот говорю на эту камеру, болельщиков в части того, что неспортивное поведение, значит, ультрас, болельщиков, когда мы видим фаеры зажженные, значит, там и так дальше, это на сегодняшний день законами Украины, которые регламентируют, так скажем, поведение болельщиков, безопасность стадионов, это все запрещено. Нам обходится, ну, к примеру, за Ильичевск, мы все тут ликовали, бегали, прыгали, там, бросали Забранского, значит, слава богу, его поймали. Да, подбросив, но тем не менее 12 тысяч гривен нам придется сейчас заплатить за наши радости, за наше ликование, и надо заплатить их в феврале по той причине, что это запрещено. То же самое октябрь 6 тысяч, то же самое ноябрь 6 тысяч, Оболонь была, выиграли тоже, значит, то есть нам стоит вот это, так скажем, поведение болельщиков, которое не вписывается в регламенты. Ну вот Олег об этом умолчал, но тем не менее от нас потребовали в том году, чтобы у нас было на стадионе зоны, фан-зоны, оборудованные специально. Мы в прошлом году финансирование было выделено, как бы там тяжело не было, но мы оборудовали фан-зоны и для своих болельщиков, два сектора сегодня ограждены, и для гостей. Вот, значит, есть нюансы, требуют от нас видеокамеры. Ну, то есть, понимаете как, мы живем в 21 веке. И требования к нам, несмотря ни на что, там, город, там, такой-сякой, там, и так дальше, да, там, население, вот, к нам требования по большому счету, потому что мы члены международных организаций, естественно, уровень там соответствующий, нас требует именно такие, значит, такие меры безопасности во время проведения матча, которые соответствуют регламентам международным, УЕФА, ФИФА и так далее. А это сложная штука, и, конечно, сложно нам сегодня их обеспечивать из-за отсутствия финансирования в должном уровне. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Я надеюсь, что при всем злоупотреблении регламентом Сергей Анатольевич очень подробно и полно ответил на все вопросы, которые касаются футбола. Ну, наверняка наши зрители получили те ответы, которые хотели услышать. Или, по крайней мере, ответы на те вопросы, которые хотели услышать. Я вижу звонок, но, пожалуйста, еще подождите. У нас есть вот два комментария. Пожалуйста, Александр Анатольевич, потом Рамир. Да. Ну, я хотів би сказати, що взагалі у нас дуже велика проблема з ігровими видами спорту. Якщо ми з індивідуальними дуже високо несемо прапор нашої області, то ігрові у нас залишають бажати кращого. Чому так? Тому що взагалі ми практично всі ці ігрові види спорту стараємося утримувати за рахунок бюджету.
А практика показує, що за рахунок бюджету ігрові види дуже важко втримати. Сьогодні, мабуть, одна з небагатьох областей, де і футбол, і гандбол, і баскетбол, і той же самий бейсбол утримуються практично за рахунок бюджету. Якщо у нас немає таких людей, які готові вкласти кошти в ці клуби, підтримати ці клуби, то про що ми розмовляємо? Я дуже вдячний тим спонсорам, які сьогодні допомагають цим командам, але ця допомога, знаєте, така, вмерти ми не дамо, ну і жити він не буде. Тому хотілося б, що невже у нас немає багатих організацій, багатих людей, які вболівають за наш край, за нашу область, за наше місто, за наш спорт. У нас є чим гордитися, у нас є ким гордитися. Допоможіть сьогодні спорту і вкладіть туди кошти. І вам будуть вдячні і вболівальники, і спортсмени, і держава взагалі. Не можна все тримати тільки для себе любимого. Якщо у вас склалося дуже добре, допоможіть тим, в кого склалося гірше. Дякую. Я хотів би спитати, до кого ви адресуєтесь ось з цим запитанням? До тих, хто дивиться сьогодні програму, і той, хто може допомогти, а не хоче. Ну що ж, я не знаю, можливо, ви маєте когось конкретного на увазі. Будь ласка. Здравствуйте, Рамиль Агабеков, студенческий глава города Николаева. Я також є призером чемпіонату міра і Європи по кікбоксингу. От хочу рассказать о том, как мы продвигаем спорт, да, в нашем городе. Вот мы сейчас начали акцию «Стоп дракс МК», которая подразумевает под собой бесплатные тренировки для молодежи города. Так как для некоторых представителей молодежи, возможно, дорого тренироваться, кто-то просто хочет пообщаться с чемпионами, с которыми мы проводим тренировки. То есть вот таким образом мы помогаем развитию спорта, также некоторые даже представители власти поддержали нас. Что касается себя, я сам кикбоксер, сам мастер спорта, можно сказать, изнутри все знаю и... Хочу сказать, что Николаев и, в общем, наша область является, ну, Олег, вы как никто знаете, что одной из самых богатых на чемпионов мира по кикбоксингу, по тайскому боксу, по борьбе, призеров Европы и так далее, и так далее. Многие уезжают на примере, да, сейчас мы можем посмотреть, 25 числа будет бой Виктора Славинского в Америке, которого только недавно уехал, мой друг, мой товарищ, все его тут присутствующие знают, Деревянченко Сергей. И так далее, можно перечислять очень долго. Почему уезжают? Нет спонсирования. То есть все понимают, и, честно говоря, я не критикую, понимаем, что у государства нет спонсирования. Всем, как вы сказали, да, мы... Нет, финансы есть. Ну, вы в начале программы сказали, всем мы дать не сможем финансы, правильно? Всех обеспечить не сможем. Это понятно. Сейчас такая экономическая ситуация в стране, все понимают. Альтернатива какая-то должна быть. Вот только что, как раз вот добавляю вот ваши слова о просьбе помочь кому-то, вот я бы хотел бы предложить, критикую, предлагаю, правильно? Вот я хотел бы предложить, например, почему бы вам, как чиновникам, не поговорить с мэром, не поговорить с губернатором и непосредственно собрать какую-то группу рабочую, найти таких представителей, как Сергей Кантер, который помогает футболу, и найти для каждого вида спорта, который является... передовым городе, например, да, например, возьму свой вид спорта кикбоксинг, не найти какого-то мецената, какого-то, возможно, завод, который непосредственно будет заниматься спонсированием, ведь это и спортсменам хорошо, государству, мне кажется, вам тоже будет, ну, это только в плюс, ведь это всем в плюс. Вот я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу, как бы, почему бы не собраться и не осуществить это официально. Спасибо. Но прежде чем ответят Олег и Александр, давайте все-таки, Сергей Анатольевич, давайте послушаем все-таки звонок зрителя. Он терпеливо дожидается своей очереди. Говорите, пожалуйста, в эфире. Спасибо. Добрый вечер. Скажите, вот я хотел бы предложить такую вещь. Эффективнее использовать спортивные площадки и стадионы, которые находятся при школах. Спортивные залы используются в школах, как я понял, видами там, борьбы там, и всего остального. То же самое, сейчас ищут бейсбол и американский футбол, ищут площадя, где можно было им заниматься. А почему их не пустить в школьные, в школьные поля, которые пустуют или которые тоже в неухоженном состоянии? И они бы тем более рекламировали свой вид спорта. И, может быть, больше бы школьников смотрели и привлекались к спортивным занятиям. И не только этим видом спорта, а многие виды спорта игровые можно было перенести на спортивные площадки. И вы же сами понимаете, сколько при каких школах, 42-я, там 25-я, 56-я и другие, возле них есть стадионы, которые вытоптаны, их можно было бы туда вложить ресурсы и сделать и для школы, и для спортсменов нормальные условия.
Спасибо. Ну, я так понимаю, что это в известной степени перекликается с тем, о чем, в общем-то, говорили все наши эксперты, и даже звонки, в общем-то, где-то были так на эту тему, да? Поэтому давайте вот поговорим и о том, о чем говорил Рамиль, и о том, что предлагает зритель. Давайте я начну, да. Рамиль поднял, в принципе, ту тему, которую мы недавно с Александром Витальевичем обсуждали. За тех ребят, кого он назвал, это Славинский, Виктор, Сергей Деревянченко, за этих ребят можно только порадоваться. Они выступали за сборную Украины, они завоевывали медали на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира. То есть они для своего города, для своей страны, в принципе, сделали довольно-таки много и прославили, и завоевали медали. Теперь они перешагнули, сделали ступень выше, ушли в профессиональный вид спорта. Это немножко другой вид спорта, где они смогут заработать. Я надеюсь, они заработают хорошие денежные средства и достигнут тоже по максимуму, что у них получится в профессиональном боксе. Проблема немножко в другом. То, о чем мы говорили, да, с Александром Витальевичем. У нас хорошие есть детско-юношеские спортивные школы. У нас вырастает хороший спортсмен. Ему 14, 15, 16, 17 лет. Он подходит уже к юниорам, уже к взрослым. Его видят на соревнованиях представителей других областей, Днепропетровской, Киевской, у которых больше, у которых есть деньги, и они просто предлагают ему такие условия, например, там, та же квартира, та же зарплата, и спортсмен имеет право выбора, и он выбирает и переходит, выступает за другую область, да, то, о чем мы с вами разговаривали. Вот, к сожалению, сейчас отменили зачет, когда зачет спортсмен завоевывает медали, да, там, на чемпионате мира, там, на чемпионате Украины, шли зачеты двум областям, откуда он вырос и куда он перешел. К сожалению, это отменили, и теперь за ту область, куда он переехал, где он прописан, где он живет, где выступает, и все очки идут этой областью. Мы об этом разговаривали, Александр Витальевич написал свое письмо на министерство, мы с директорами школ тоже составили общее письмо. В ближайшее время я попрошу Миськову голову подписать это письмо и тоже отправить в министерство, чтобы этот закон как-то был пересмотрен, и как было раньше, шли в силу того, что спортсмены переходят в другую область, чтобы зачеты шли и одной, и второй области. Я считаю, что это будет правильно, и надеемся. Спасибо. Сейчас, секундочку. Александр, а что добавить? Ну, я скажу, да, дійсно, ця проблема є. В області робиться і в місті Миколаєві дуже багато для того, щоб цих спортсменів все-таки утримати у нас. В області виплачується в минулому році 74 стипендії голови обласної адміністрації і обласної ради виплачувалось цього року. Сума коштів збільшилася і на 45% будуть утримувати коштів більше спортсмени. У нас створена штатна команда резервного спорту, де спортсмени до 23 років, в кількості 10 спортсменів, отримують заробітну плату, їм йде трудовий стаж, але цього недостатньо. Ми дійсно область, яка має великий потенціал, багато виховує спортсменів, і утримати їх всіх ми не в спромозі. Здається, і ресурс кожного року збільшується, і на розвиток виділяються кошти, але все рівно спортсмени їдуть від нас. Ну, міграція завжди була, і до нас приїжджають спортсмени також з інших областей, але все-таки ми являємося донорською областю. І це питання про спонсорство. Ну, річ в тому, що ця проблема піднімається і на державному рівні. Сьогодні у нас немає закону про спонсорство, тому і спонсори не дуже вкладають кошти в спорт. Сьогодні у нас не працює закон про спортивну лотерею, коли в Радянському Союзі практично весь спорт утримувався за рахунок цієї спортивної лотереї. Багато дуже розмовляємо на тему спонсорства, але людина може дати тоді кошти, коли вона їх заробила, заплатила всі податки, і при бажанні вона може дати щось на той чи не інший вид спорту, який їй подобається, чи чим займається його дитина, чи знайомий. В тій же самій Польщі, яку ми завжди проводимо приклад, да, як розвивалася Польща, так у них, якщо ти отримуєш чи спортивну школу, чи спортивну секцію, чи якийсь гурток, з тебе знімають ту суму податку, на яку ти допоміг спортсменам чи комусь ще. А в нас цього немає. І доки не буде працювати закон про спонсорство, ми будемо мати таку проблему. Дякую. Будь ласка, Максим Брєвда. Чуть больше времени отнять, но сказать несколько комментариев, да, и предложений.
Ну, первое, насчет профессиональных там боксеров, да, ребят уже серьезно мирового уровня. То есть всем было прекрасно, там, что и Славинский, и Деревяченко будут вынуждены уехать, и все за них очень искренне рады, потому что такие спортсмены такого уровня, ну, что бы мы ни делали, да, в нашей стране на сегодня тяжелая экономическая ситуация, и не будут ребята так развиваться, да, как они сейчас развиваются в США. Поэтому ребятам только поздравления и молодцы они. Вот. Насчет спонсоров и всех остальных дел. На самом деле, да, масштабных сейчас, скажем, спонсоров найти тяжело, потому что, на самом деле, производство, да, в области и в городе, ну, оставляет желать лучшего. И те заводы, которые раньше помогали, да, сейчас они там либо же их нету, либо они на стадии там закрытия, все очень печально. Но, тем не менее, есть средний бизнес, пусть он там не такой богатый, вот, и, ну, моя просьба к вам, да, или, может быть, совет и просьба, вот, как человека, который находит финансы под свои федерации, у вас, я думаю, есть прекрасно там ежегодные, да, какие-то отчеты, вот я знаю, в этом году заполняли ребята федерации, там, кто им помогал, да, там, организовывать какие-то мероприятия, может быть, раз в год, может быть, раз в полгода, по этим декларациям, по этим каким-то данным, собирайте этот средний бизнес, этих представителей, садитесь с ними. Просто люди, которые поддерживают спорт, значит, они готовы к этому уже какому-то минимальному разговору. Оглашайте проблемы, говорите о какой-то помощи в проведении какого-либо турнира. Может быть, они не помогут, конечно, футбольной команде там, да, на какие-то там 10 или 50 миллионов гривен. Вот, но, возможно, они с вас снимут какой-то там груз, да, и помогут вам провести какие-то соревнования, какое-то мероприятие. И помогут провести его на хорошем уровне, и вам будет легче. Потому что, понимая, все бегают, да-да-да, я понимаю, что, ну, не резиновые в самом деле. Но есть вот эти рычаги, не упускайте их. И по поводу популяризации, мы тоже вот сейчас, Рамиль сказал насчет акции, мы поддержали эту акцию. Мы просим, еще есть маленькая информационная проблема. Вот Славинский Витя буквально позавчера мне написал письмо, где попросил, обратился с к николаевцам, попросил выставить в СМИ его там интервью, да, где он готовится к бою, и чтобы родной город его поддержал. Нам надо активнее работать, нам надо активнее работать с информационными порталами. Вам же тоже вы можете вполне наладить эти связи. Ну, ни я, ни он, никто другой здесь не должен этим заниматься. Мы сами ищем эти новостные сайты, скидываем эту информацию, чтобы ребят раскрутить. Вот как в Одессе там было, едешь, висит бигборд, да, там какой-то чемпион с медалями выиграл там чемпионат. Давайте совместно, мы готовы прийти к вам на помощь, да, сесть там, поговорить с рекламными компаниями. Давайте совместно развивать спорт, чтобы наши чемпионы приезжали в город и о них знали. Через сайты, через порталы, через бигборды. Это очень важно. Потому что этого не хватает. Вот сейчас мы сделали фотографии, Олег Валерьевич знает, мы будем в марте делать бигборды для популяризации спорта, и тоже нужна помощь. Вот. И тут проскакивает много тем политики, там, оппозиционный блок, БПП, там еще. Дело не в партии, есть куча ребят и в оппозиционном блоке, и в БПП, и в самопомощи везде, которые любят спорт и помогают. Мы спорт, мы всегда были вне политики. Давайте оставаться вне политики, и мы рады любой помощи. И реально в любой партии есть адекватные люди. То есть тут дело не в партийных этих делах. Спорт, спортом, оппозиционный блок, БПП, все это хорошо. Мои предложения такие. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Сергей Полиенко, представитель Национальной федерации пауэрлифтинга Украины в нашем регионе. Вот в поддержку слов Максима я бы хотел сказать следующие слова. Значит, перед пауэрлифтингом не существует такой главной проблемы, как финансирование. Наша первая основная проблема, возможно, она вообще будет озвучена впервые, это правовая проблема. В регион не был представлен Национальной федерацией на протяжении 10 лет. За это 10 лет так называемый бизнес, то есть бизнес-структуры, которые есть, которые помогают спорту, а вот у нас в нашем виде спорта есть бизнес-структуры, которые, наоборот, вредят спорту. Создали подобие Национальной федерации структуры, так называемые альтернативные федерации. Они сделали свою нормативную сетку, они делают рекламу, у них на это есть деньги. Сейчас в Украине, если я вот перед эфиром пересчитывал, около 19 альтернативных федераций. То есть в этих альтернативных федерациях существуют разряды мастеров спорта, МСМК. Они проводят чемпионаты мира, кубки мира, естественно, не выезжая за пределы Украины. Это происходит на территории Украины. 99% выступающих – это украинцы. Также есть ребята с нашего города. Значит, есть такой сайт All Powerlifting называется. Это протоколы по пауэрлифтингу со всего мира. Огромнейшая база. Это единственный сайт во всем виде спорта, который только существует. Олимпийский, неолимпийский вид, где исключительно протоколы. Вы вбиваете фамилию человека, и выдаются полностью его результаты за все время существования. Кстати, самая сильная женщина планеты в пауэрлифтинге – это украинка Лариса Соловьева. Это так, просто для справочки. Поэтому правовая проблема заключается в том, что звания МСМК, которые выдаются, эти люди предоставляют на заводы, им выдают отпускные на основании этого, что является незаконным.
в школы. Вот в том году, где-то в декабре, мне был звонок с управления спорта. И с Южноукраинска два человека хотели получить грамоты, их хотели, не знаю, там, премировать или просто благодарность, это вам уже виднее было, за победу на чемпионате мира, какой-то, который проходил в Италии. Но национальная федерация не проводила никаких, не регламентировала выезд этих спортсменов, эти фамилии я слышал вообще впервые в своей жизни. То есть им оплатили поездку Южноукраинск АЭС. Это оплата хобби людей. Кто-то собирает марки, коллекционирует монеты. Они выступают в коммерческом турнире. Вот, допустим, средний взнос за соревнования в альтернативной федерации – это около 1000 гривен. Когда в национальной федерации, он составляет 150 гривен. Но заплатив за 1000 гривен, вы гарантированно получите звание мастера спорта. Уж поверьте мне, чтобы стать мастером спорта, допустим, в тяжелой атлетике, это на это уйдет годы. В альтернативной федерации созданы такие нормативы, что кое-как с горбатой техникой затащить штангу по коленам за полгода стать мастером спорта, вообще это легко, без проблем. 1000 гривен, у вас первое место, потому что с 19 федераций можно спокойно выбрать любую, где не будет представлена ваша весовая категория человек. Вы становитесь мастером спорта за 1000 гривен. Вот первая проблема. Вторая проблема у нас организационно-функциональная. Я познакомился с Александром Витальевичем, если мне не изменяет память, в ноябре 2016 года. И мы хотели провести в декабре Кубок области. Но ФОК находился в ремонте. Это единственное заведение, которое вы можете нам его предоставить. Мы нашли компромисс. Своими силами я обратился в Институт национального университета кораблестроения, где мы проводили, когда еще я состоял в альтернативной федерации. Я побегал по ним достаточно. Я видел плюсы и минусы. И в конечном итоге был приглашен президентом национальной федерации господином Базаровым на, скажем так, свою общественную должность, национальную федерацию. Но нам выставили счет. Проигнорировав просьбу, как бы мы пришли от управления спорта, нам выставили счет. Непонятно за что. Мы, да, мы согласны понести расходы, свет, так сказать, ну, в пределах, скажем так, разумного. Но четырехзначная сумма за 6 часов соревнований для нашего спорта, это у нас не коммерческая организация. Мы существуем только за счет взноса спортсменов, которые идут на медали и на перевозку оборудования, своего оборудования. Поэтому благодаря вот совместным действиям Максима Ярослава Матвеева, мы, скажем так, обосновались в мини-футбольном поле клуба Gym Style. То есть там проходили соревнования, я приглашал вас, Александр Витальевич. Надеюсь, в апреле у нас 29-30 будет открытый чемпионат области. Планируется приезд президента нашей национальной федерации. Я вас обязательно хочу пригласить, чтобы вы посмотрели, как за такой короткий срок можно создать соревнования достаточно высокого уровня. Мы обеспечиваем спортсменам, вот мне недавно спрашивали ребята вот с альтернативой, а зачем мы хотим выступать у вас? Вот чем вы можете нас привлечь? Я говорю, а чем вы можете, вас привлекает активная федерация? На чемпионате области вы получаете за абсолютное первенство победы, первые, вторые, третьи места, огромные пакеты спортивного питания, благодаря нашим спонсорам, которых находил Максим, которые находил я, которые существуют в нашем городе. Ну, люди подтянулись к нам. И обратно же, эти деньги не взяты из бюджета, потому что у нас в городе достаточно коммунальных, социальных проблем. И когда представители силового вида спорта пауэрлифтинга будут ходить с просящей рукой, дайте, это будет немножко кощунственно. То есть за полгода мы воссоздали практически с нуля национальный пауэрлифтинг. 60-70% тайборцев уже перешли в наши ряды. Мы ведем информационную политику о том, что все альтернативные федерации, которые существуют, это просто пыль. Это нарушение закона, когда на корочках написано «кандидат мастер спорта Украины», стоит официальный герб, флаг, и он несет в школу, просит, чтобы ему дали соображение физкультуры, потому что он кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу, ребенок. А потом в частном разговоре с представителями областного физдиспансера я узнаю, что у него, у этого человека, которого мы хотим принять, потому что, чтобы наши спортсмены выступали на чемпионате Украины, они, естественно, должны принести справку о своей физической подготовке. А оказывается, ему справку эту не могут выдать, потому что у него уже проблемы с сердцем. Потому что те псевдотренеры, которые тренируют этих детей, они не имеют образования, они не имеют методик. Допустим, мы проводим, нас собирают в Колымы, это, скажем так, штаб-квартира Национальной федерации пауэрлифтинга, они проводят семинары, методологии тренировок, вы как никто об этом знаете, Александр Витальевич. То в альтернативной федерации этого ничего не делается. То есть у ребенка в 14 лет, он действительно хорошо выполняет норматив, допустим, свой альтернативный, у него уже проблемы с сердцем. Он просит освобождения от физкультуры.
Вот это такие две главные проблемы, так сказать, хотел бы озвучить. Спасибо большое, Сергей. Очень интересно говорить. И действительно, вещи, о которых мы совершенно не знают, если вы об этом не расскажете, то и не узнают. Но право же очень сильно перебрали регламент. Спасибо большое. Я, прежде чем вы ответите на эти вопросы, я понимаю, что их много, но мы уже так стремительно приближаемся к финалу программы. Я думаю, что вот мы после этого сюжета, вот, который я сейчас покажу, мы, собственно, уже перейдем к таким заключительным комментариям наших гостей, разве что кто-то еще из присутствующих вот выскажется. Значит, что я хочу сказать. Мы, в принципе, начали с того, что нет уже здесь людей, которые говорят, не нужен спорт. Да? Мы, в общем, совершенно очевидно понимаем, что нельзя действительно всем все раздать, потому что просто этого всего не хватит. В то же время мы, опять-таки, прекрасно понимаем, что есть моменты, когда под нормальному развитию чего-то не хватает ни денег, а либо доброй воли, либо вот нормального менеджерского подхода, вот как сейчас демонстрирует господин Кендратьев, да, вот в истории с этой школой грибной и так далее. Я, например, достаточно давно, еще будучи депутатом областного совета, бился, просто лоб себе расшибал, пытаясь добиться того, чтобы клуб мужества, который вот на Комсомольской дзюдо, там и другие боевые искусства, взяли в коммунальную собственность, потому что в коммунальной собственности они бы платили гораздо меньше денег за отопление и могли бы не повышать бесконечно плату за занятия, потому что, в общем-то, плата у них практически вся на эти самые отопления и уходит. Мне говорят, нет, нельзя, они деньги берут. Ну так а как же им вот себя обеспечивают, а как им это отопление и как коммунальные услуги оплачивать, если они не будут брать деньги? И тут замкнутый круг. Нельзя, потому что они берут деньги, они берут деньги, потому что их не забирают. Кивают на «Динамо». «Динамо» тоже вроде как не бесплатно работает, но в то же время там как бы все нормально. И вот это, мне кажется, вот пример такого вот абсолютного чиновничьего равнодушия. Можно сделать. Растят там чемпионов? Растят. Занимаются люди. Даже если это вопрос не чемпионства, если это не спорт больших достижений, если это просто вот нормальная подготовка здоровых детей. У меня дочка туда с 3 лет ходила заниматься. То есть я просто видел на примере своего ребенка, насколько это хорошо, насколько это полезно. Я сам там занимался, будучи еще ребенком, еще когда они были вот возле костела там. То есть это действительно школа, спортивная школа с традициями. Это нормальные отношения, нормальные тренера. Ну вот нельзя, этим нельзя, тем можно. Я сейчас хочу показать сюжет, и потом уже мы обо всем сразу поговорим. Хочу показать сюжет о фехтовальной школе нашей, которая, с одной стороны, действительно гордость на всю Украину. Лучшая спортивная школа, фехтовальная школа в Украине. Сам президент приехал открывать. Тоже очень много было каких-то бюрократических проволочек, непоняток, но появился губернатор, у которого появилось волевое решение это сделать, и в конце концов открыли. А дальше, вот открыли, начали, тренировка идет, а дальше идет опять какая-то странная вот чиновничья возня вокруг того, кому принадлежит, что, как и так далее. Может быть, это только кажется чем-то сложным, на самом деле все очень просто, но во всяком случае в наших разговорах с теми, кто к этому причастен, выглядит это именно так. Пожалуйста, давайте посмотрим сюжет. Я думаю, що це найкращий фехтувальний зал в Україні. Можливо, і не лише в Україні. Я думаю, що це міцний фундамент відродження і розвитку нашої фехтувальної школи. Відкриття у місті нового залу для фехтування стало святом не тільки спортивним. Для багатьох почала здійснюватися мрія про новий етап перемог українських спортсменів, тим паче миколаївських. Тут знаходяться майбутні чемпіони України, Європи, світу, олімпійських ігор. Історія цього залу бере початок ще у 2008 році, коли Ольга Харлан та Олена Хамрова здобули перше місце на Пекінській олімпіаді. Бажання шаблістки – нова зала для спортсменів у рідному місті – почало набувати певного значення. За першими обрисами змінилася влада, а швидкість будування наблизилася до критичної, найнижчої. Контрасту тоді додавала аварійна будівля старої школи. Було 3 маленьких зали. Было 2 дорожки, и в маленьком зале на 100 квадратных метрах иногда тренировались 25 спортсменов высшего мастерства, то есть которые ездят на чемпионаты мира, на чемпионаты Европы. То есть это нереально было.
Набувалий поштовх у довготривалій справі відбувся лише торік. Якщо так брати по світовим масштабам, то це дуже просте будівлення, яке реально будується за півгода. І таких будівель має не тільки в Миколаєві бути, а має бути в кожному місті. Не обов'язково фехтування, це може бути і гімнастика, може бути і зали боксу. Лише за такої умови можливий розвиток прогресу у спорті на рівні країни. Спортивну базу вважають зразковою, сучасною та справді європейською. Якою б зручною вона не була, без гарного тренера вона не виконає свого призначення. Миколаївська школа фехтування відома на весь світ. Тобто і в Америці її знають, і в Китаї її знають. І, ну, і коли говориш, що ти з Миколаєва, к тебе одразу вже якесь уваження, і у суперника є чувство страху. Вот, поэтому благодаря этим тренерам, можно сказать, и держится наша школа. Якщо школа перебуває на балансі міста, то доля фехтувального залу не визначена, бо лише земля під ним належить Міністерству освіти. Що і як буде далі, невідомо. Займається наша місцева власть. Вот недавно я общался с Гайдажи, который ездил в Киев буквально по этому вопросу, чтобы перевести школу на баланс города. Как он сказал, что процесс идет, но в Министерстве образования там какие-то свои проблемы, но в конечном итоге все будет хорошо. Когда это будет хорошо, никто не знает. Найбільшою проблемою для юних спортсменів є відсутність зовнішньої фінансової підтримки. Сімейних ресурсів забезпечити усе необхідне для якісних занять та участі у змаганнях інколи просто не вистачає. Родина стає перед вибором – спортивні досягнення чи вирішення щоденних фінансових питань. Та чи існує спорт без значних витрат взагалі? Навіть маючи досвід з утримання приватного фехтувального клубу, Сергій впевнився – без підтримки держави така діяльність – надто важкий тягар. Навіть якщо тобою керує сильна мотивація, а не бажання отримати прибуток. Я уверен на 100%, система з Дюшор, вона устарела. Частна система клубів, вона сирая, вона теж. Тому, щоб дати толчок розвитку спорту, не обов'язково фехтування, це всього спорту, треба якось об'єднати систему клубів з системою з Дюшор. Востаннє, на думку Сергія, є значний недолік – велика кількість штатних працівників. Натомість в особі президента приватного клубу можна об'єднати кілька важливих посад – від тренера до прибиральника. Тож надалі існування спортивної гордості за країну неможливе без значних реформ, а без дитячого спорту неможливе народження чемпіона. Але після відкриття нового фехтувального залу Сергій вірить, що перемога вже долає шлях до Миколаєва. Ближайші 4-5 років наша Миколаївська школа буде відома, ну, вона в світі і так відома, але чемпіони у нас будуть, це однозначно. Отже, за кілька десятиліть від радянського престижу спорту лишилося трохи системи, трохи технічної бази. Але реанімація для існування зараз і надалі можлива лише через зміни на всіх рівнях – від влади до дитячої зацікавленості, хоча б фехтуванням. Отже, будь ласка, декілька питань пролунало, і вони десь так перекликаються одне з одним. Будь ласка. Ну, що стосується федерації. Дійсно, проблеми запутаної системи федерації сьогодні ми не можемо розібратися. Тому що з одного виду спорту у нас навіть в області існує по 6-7 федерацій. Попробуйте розберіться, яка з них правильна. Ми співпрацюємо зі всіма федераціями, але основну роботу проводить федерація, яка має статус національної федерації, яка співпрацює з національною федерацією, має довіреність від цієї федерації, і проводяться чемпіонати України, чемпіонати області, саме ці федерації проводять. Що стосується клубів, ну, дійсно, це проблема дуже велика. Чому? Тому що сьогодні для того, щоб тренер прийшов працювати в школу, в нього повинна бути профільна освіта. Що відбувається в клубах, ми взагалі не знаємо. Хто там працює, чи має він освіту, чи взагалі людина якесь відношення до спорту мала, він хоче заробляти. Орендував якийсь підвал, з батьків зібрав кошти, розказав, що я такий великий, я такий розумний, зараз з вашої дитини я зроблю чемпіона, а потім батьки звертаються, що дитину просто травмували. І ніхто цей процес не контролює взагалі. Держава раніше отримувала від держави, ці клуби отримували ліцензії, але 5 років назад ці ліцензії відмінили. Міністерство цим не займається і, звичайно, в нас ці повноваження також відібрали. Більш того, ми це не в силі зробити, тому що на сьогоднішній день відділ спорту – це 7 людей, які працюють. З них 3 – бухгалтерія,
начальник, заступник і два фахівці. Ну, як ви думаєте, спроможні ми це все відслідкувати чи ні? Якщо у нас більше тільки 100 федерацій, які заключають угоди з відділом на співпрацю. Що стосується фехтувального залу, дійсно проблема така є, і я думаю, що найближчим часом вона буде вирішена, тому що ну, ми дуже багато часу потратили на те, щоб забрати в власність водноспортивну базу «Спартак», яка фахівцями від спорту була внесена в статутний фонд, створена товариство з обмеженою відповідальністю і практично через суди цю базу забрали. З фехтувальним залом трішки простіше. Ну, я думаю, що Олег дасть коментарі, він ближче з цим зв'язаний. І для того, щоб спорт сьогодні розвивався, знаєте, зараз на сайті міністерства висить дуже цікавий документ. Це те, що ми кажемо, сьогодні не вистачає коштів для того, щоб утримувати дітей за рахунок школи. А міністерство сьогодні лобує нове положення, що закрити дитячі юнацькі спортивні школи і перейти на клубну систему. Тобто, якщо сьогодні батьки ну, 20-30% там дають коштів на те, щоб там закупити якусь форму, тому що у школи не вистачає коштів, чи якийсь спортивний інвентар, чи можливо десь відправити дитину на змагання, то завтра ці батьки повинні будуть ще й заплатити заробітну плату тренеру, заплатити за оренду приміщення. Вся комуналка, те, що сьогодні лежить на плечах бюджету, ляже на плечі батьків. Тому ми зараз готуємо листа що від нашої області, що ми проти того, щоб були ліквідовані дитячі юнацькі спортивні школи. Клуби – це добре, хай вони розвиваються. Але батьки сьогодні не зможуть утримувати все те, що сьогодні на себе бере держава. Василь Анатолійович, а щодо вже існуючих, то, що я казав про клуб «Мужність». Тобто там питання просто в тому, щоб їх забрати в комунальну власність. В чому проблема? Ось ви знаєте. Проблема, що сьогодні у нас і по школі, яка школа спеціалізована, а ми вже на протязі 2 років шукаємо, як її правильно забрати в бюджет. І таких клубів у нас дуже багато. У нас є шикарний клуб «Рись», який виховує чемпіонів світу. Вже неоднократно вони перемагали. І також їх не беруть в бюджет. Вони існують за рахунок спонсорів, за рахунок батьків, за рахунок людей, які не байдужі до цього виду спорту. Ну, я думаю, що все ж таки, мабуть, ну, принаймні, скільки я пам'ятаю, коли я звертався як депутат, і коли мої колеги міської ради зверталися, навіть це питання не розглядалося. Казали просто, тут нічого неможливо. І я думаю, що якщо ставити це питання, справді ставити його і думати про те, як забрати комунальну власність, то, напевно, що все ж таки це можна зробити. Втім, це питання, в тому числі, і до нашого депутата міської ради, який, я сподіваюся, мене чує, незважаючи на те, що дуже поглинений своєю перепискою. Олег, будь ласка, щодо того, про що ми казали. Ну, продолжим про зал фехтования, да? Наконец-то здорово достроили, прекрасный зал, единственный и лучший в Украине. Осталось совсем немножко, в принципе, в сюжете там, в принципе, все рассказали, все, что сказали, в принципе, является правдой. В 2008 или 2009 году, когда начиналось это строительство, земля была отдана из коммунальной собственности в постоянное пользование государству. И сейчас принадлежит Министерству образования. Вот. Были направлены письма, как и от городского совета, и от коммунальной собственности, что мы готовы забрать в коммунальную собственность. Для этого должно Министерство освиты или отказаться от пользования этой землей. И потом уже будет это передано на баланс города. Поэтому, я думаю, надо немножко еще подождать. И сказали, что и Гайдаржи Валентин Васильевич по этому поводу ездил. Я думаю, что немножко времени этот вопрос решится. Ну, будемо сподіватися, що щось там воно все ж таки буде, хоча ніхто не називає конкретних строків. З Міністерством освіти є проблема, тому що навіть якщо ми розмовляли з приводу трудових резервів, в комунальну власність не віддаємо, власну споруду кошти не вкладаємо. От як хочете, так і виживайте, чим хочете займайтеся, а ніхто не контролює взагалі, що там, який процес відбувається. Розуміло. Сергій Анатолійович, будь ласка. Значить, конкретно по даному питанню займаюся стадионом, там же возле фехтовальной школы, потому что это все вместе задумывалось как один объект.
все к тому, что говорит Олег. Дело все в том, что еще в 94 году, да, уже два круга мы заходили. Один раз мы уже до премьеры дошли, нас откинули по этому футбольному полю. Сейчас уже, спасибо Алексею Юрьевичу, мы еще по второму кругу зашли, делаем заход. Там есть такой закон, который четко, ясно говорит. Объекты инфраструктуры Министерства освіти только с личного, только указом президента могут передаваться другим собственникам. И потому вот этот процесс сегодня так и подвис. Почему? Потому что есть, мы зашли на второй круг, это опять вопрос Министерства освіти, вот, и естественно там просто так вопрос не решится. Там надо выходить, отстоять, отбить. Ну, в общем-то, вопрос сложный, и так просто лежанием писем, которые там у нас сегодня уже есть, то, о чем Олег говорит, подписал мэр, подписала губерния, это так не пройдет. Я говорил уже из Федерации футбола Украины, говорил с Павелко, он готов нас поддерживать, если мы говорим о футбольном поле, но там надо этот вопрос готовить указ президента или иной способ, мне неизвестный, который позволит это все забрать. И также трудовые резервы. Есть закон 94-го года, еще Кучма подписывал. По-другому не забрать, без указа президента. Ну, хочется надеяться, что, в общем-то, Алексей Юрьевич демонстрирует не только организаторские способности, но и настоящие бойцовские качества, собственно, насколько я помню, ведь до его прихода никак не получалось этим фехтовальным залом разобраться. Может быть, если действительно целенаправленно обратиться к губернатору с этими конкретными вопросами, в том числе, кстати, и по передаче, если не в коммунальную собственность, если не города, то, может быть, хотя бы в области тех клубов, о которых мы говорим, то, может быть, из этого действительно что-то получится. Потому что, ведь, в самом деле, жалко, либо закроются клубы, либо просто туда перестанут ходить люди, потому что цены будут настолько высокими, что они просто не смогут платить. Потому что это та самая клубная система, о которой вы говорите, когда приходится платить не только за какой-то там инвентарь частично, а и за зарплату тренерам, и за сумасшедшую коммуналку и так далее. А это действительно клубы с историей, это клубы с традициями, это клубы с достижениями. И жалко просто их действительно потерять. Питание с клубами треба урегулювати так, щоб там також працювали фахівці галузі спорту, а не людина, яка прийшла з вулиці і взагалі не знає, як готувати, а може травмувати людину, дитину. Дійсно, проблема ця існує, і навіть ті ж фітнес-клуби, які сьогодні організовані, ми ж також не знаємо, хто там приходить тренерами працювати. А щодо приводу федерації, у нас також були, приходять, ми хочемо провести чемпіонат світу з армспорту. Ми запросили три держави. Шановні, ну це взагалі нонсенс. У нас лишилося буквально декілька хвилин до кінця програми. Є люди, які взагалі ще не виступали. І ось якраз про тренерів з фітнесу, які, може, не знаю, чи мають в ваших очах таку освіту, яка б дозволила їм цим займатися. Втім, справді займаються речами, які можуть викликати тільки захоплення. І, не знаю, просто... Просто от, слугувати таким прикладом для того, що можна робити людям, які не байдужі до того, що їх оточує. Це Валерій Кисіль, будь ласка. Добрий вечір. Сьогодні дуже багато говорилось об об'єктах, об плануємих постройках об'єктів інфраструктури для спортсменів, для спорту вищих досягнень. Ну, практично, от тільки під кінець програми Ярослав вспомнил про маленьких деток, про свою дочку, которых на самом деле в городе гораздо больше, чем процент тот, который будет ходить, заниматься в этих в будущих виртуальных центрах. То есть сейчас время, когда действительно ДЮСШ уже себя дискредитировали полностью, потому как уровень специалистов, как закончил университет с отличием, постоянно свой тренерский уровень повышаю. Могу смело говорить, что не выдерживает никакой критики. Вот. Время проявить, время принятия каких-то креативных решений на уровне города, по работе с детьми, которые ходят в обычные общеобразовательные школы. То есть, потому как сейчас стало более модно иметь справку в кармане и не ходить на физкультуру, чем в принципе заниматься. То есть, не станет ли так вопрос через несколько лет, что в этих центрах, которые мы отстроим, некому будет заниматься, потому как поток людей, поток детей
поток ресурса, он иссякнет. То есть есть предложение сделать какую-то экспериментальную группу на базе какой-то школы и двигать в массы. То есть правильный подход, правильные движения, потому как сам являюсь отцом ребенка у третьеклассницы. Ну, ей повезло, да, у нее мама и папа, у нее специалисты, то есть они ее научат. А остальные дети ни приседать нормально толком не умеют, ни по канату залезть не могут. То есть вот в этом проблема. Здесь, мне кажется, надо еще поработать и чуть-чуть расшевелить отдел образования, ну, чтобы работа в школах проводилась. Вот я совсем... Я не можу промовчати. Шановні, ви себе чуєте? Дитячі юнацькі спортивні школи себе дискредитували. Взагалі, от сидить директор школи. Шановні, про що йде мова? Де вони себе дискредитували? Чому сьогодні область, яка має населення 1 200 000, перемагає такі області по спорту вищих досягнень, як Запорізьку, Одеську, Львівську? У нас лишилася буквально одна хвилина, і ми не зможемо дискусію розвинути. Втім, ось буквально цю одну хвилину я готовий вам віддати для того, щоб ми закінчили. Будь ласка. Я хотів би декілька хвилин... Як ви з вашими сесіями? Будь ласка. Декілька секунд з приводу телефонного дзвінка, з приводу загальноосвітніх шкіл. Тяжка ситуація через завантаженість залів, які існують, які є дієздатні. Але хотілося б подякувати тим директорам шкіл, які йдуть на зустріч і пускають. Це насамперед, от зараз чемпіонат України буде проводитись. 57-ма школа, 50-та, 32-га. Ми тісно співпрацюємо з спортивною залою 79-ї бригади. Командуванню велике дякую, ну, подяка за співпрацю. Стосовно дискредитації спортивних шкіл, насамперед, це не секрет ні для кого, що рівень фізичної підготовки дітей, що діти вже, ну, вони не... Якщо раніше дитина могла витримувати навантаження, і навіть, ну, не треба було пояснити, то зараз кожна дитина, справка, вади здоров'я і інше. Рівень тренерів дійсно хромає, але не настільки, щоб спортшколи були в занепаді. Кожен тренер по-своєму ентузіаст, тому що фінансування все впирається, це взаємозв'язано. Ну, ми всі виконуємо тут одну роль – це розвиток і підтримка здорового образу життя. Потрібно усі сили до цього налаштовувати і спрямовувати. Дякую. На жаль, час нашої програми не гумовий, і хоча Сергій Анатолійович запропонував інновацію, випрацьовану у кулуарах Миколаївської міської ради, ніколи не закінчувати сесію, протягнути їх рік чи навіть більше. Втім, на жаль, у нас ми існуємо по власним законам, по тим законам, по яким існує телебачення. Отже, дякуємо, що були з нами, зустрінемося наступного тижня і знову будемо говорити про актуальні, цікаві та корисні речі. Дякую, що були з нами. Зустрінемося за тиждень. На все добре.